Ще якісь?
На розгляді земельної комісії виникла така пропозиція. Земельні питання з 16 по 30 прийняти пакетом, і з 36 по 42. Вони однаково змістом по 30 чи по 31? З 16 по 30 і з 36 по 40. Ось два пакети. І з 36 по 40. Хто за пропозицію депутата, хоче проголосувати? Хто за? Хто проти? Отримався. Хто за порядок денний цілого? Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Отримався. Рішення прийнято. Перше питання. Про внесення змін до регламенту Бударської міської ради 7-го скликання. Заявлення. Уважаемый Михаил Михайлович, уважаемые коллеги, я хочу выступить таким заявлением о снятии с себя полномочий руководителя фракции, выхода из фракции «Оппозиционный блок» в Теплодарском городском совете. Данное заявление прошу считать официальным. Я не согласен с той политикой, которая была проведена на голосовании в Верховной Раде во вторник, вернее, не голосовании фракции оппозиционного блока за отставку правительства, что дало возможность как минимум до сентября и дальше залазить в карманы простым гражданам и делать нас еще более нищими. Спасибо. Так, что за я? Секретарю Теплодарского городского совета Любинову Михаила Михайловича, депутата Ярового Михаила Михайловича. Заявление в связи непринятием участия оппозиционным блоком в голосовании в Верховной Раде по вопросу отставки правительства, я не считаю нужным дальнейшее свое пребывание в оппозиционном блоке и во фракции Теплодарского городского совета. 18.02. Особистый подпис. Заяви. Переходимо до розгляду питання. Про внесення змін до регламенту Теплодарської міської ради 7-го скликання. Доповідає Любинов Михайло Михайлович, секретар міської ради. Добрий день. До вашої уваги предлагається проект рішення про внесення змін до регламенту Теплодарської міської ради Одеської області 7-го скликання. Відповідно до статей 26, 59 Закону України про місцеве самоврядування України, враховуючи те, що з 23.02.2016 року відбудеться набрання чинності Закону України про внесення змін до статті 59 Закону України про місцеве самоврядування України щодо поіменних голосувань від 26.11.2015 року, номер такий. Та те, що в тексті регламенту 7-го скликання виявлено деякі неточності, Теплодарська міська рада вирішила. Тепер у мене вопрос к депутату. Воно довольно, звісно, длинний текст цього всього. На комісіях все це обговорювалось. Всі депутати ознайомились з цим проєктом. Ну тут три страниці. Читати? Якщо читати, читаємо. Надо, не надо? Значит, если есть какие-то вопросы, ну, вот закон, который вступил в силу. Если есть какие-то вопросы, давайте. На практике, как это будет выглядеть? На практике? Ну, я предлагал на практике, и так мы записали, в принципе, с юридическим отделом, ну, всех заинтересованных, в том числе спрашивал у депутатов, в том числе и комиссии по регламенту. Как будет происходить? Долго будет происходить. Я поэтому предлагал на сегодняшней сессии, ну, как бы не поддержали меня в этом вопросе, вопросов 5, 8, 10, ну, попробовать потренироваться. На сколько времени мы выходим? Потому что действительно времени будет уходить очень много. Когда мы назначим следующую сессию, не знаю. А в принципе, как будет происходить? Ну, будет, наверное, происходить так, что первое,
председатель на сессии городского совета, если доходим мы до какого-то вопроса, значит, ставится вопрос на голосование. Кто за? Кто за? Поднимают руки депутаты. То есть методом можно поднять им руки или делать бюллетени, как метод тайного голосования. Но я думаю, что мы каждый раз, на каждой сессии, о счетной комиссии мы с вами тоже, Мирослав Иванович, да, обговаривали вопрос. Мы не можем выбрать, можно было бы выбрать счетную комиссию из 3 человек, и она бы работала постоянно. Но если не будет какого-то человека, одного или второго, вы же видите, у нас тот отсутствует. Мы каждый раз, быстренько, в самом начале, счетная комиссия предлагается из 3 человек, там председатель. Но если председатель у нас будет постоянный, может быть, с регламентной какой-то комиссией, то он будет постоянным. Значит, регламентная комиссия где-то размещает, не регламентная, а счетная комиссия из 3 человек, как по закону, где-то размещается так, чтобы она видела всех голосующих. Председатель наш, городской голова, когда ведет собрание, он спрашивает, вопрос задает, кто за? Значит, поднимают руки и называют фамилию. Допустим, 5-6 человек поднял руки и называют по очереди свою фамилию. У нас вот такая вот будет, наверное, такая пустографка, где будет на каждый вопрос, будет разграфлено. Кто за, кто против, список депутатов, тот, что у нас есть, кто воздержался и кто не принимал участие в голосовании. Объявляется. Процедура очень длинная. Объявляется. Значит, посчитали. Счетная комиссия посчитала, записала протокол и сказала «за столько-то». Объявила «за столько-то». Следующее. Кто против? Городской голова говорит. Счетная комиссия посчитала, кто против, назвали свои фамилии, тоже записали протокол. Кто воздержался? Опять же таки, никого нет, значит, никого нет. Кто не принимал участие в голосовании? Прочерки. Все. После этого счетная комиссия подбивает подсумки голосования и объявляет, что по этому вопросу проголосовало за столько-то, против столько-то, это столько-то. Если решение проходит, городской голова объявляет, не объявляет, а ставит на утверждение, так написано по закону, ставит на утверждение вот это вот наше голосование, которое и счетной комиссии. Еще раз голосуем, еще раз по имену, все как положено. Вот такая вот процедура. А счетная комиссия только из числа депутатов или можно? Секретариат здесь не, только из числа депутатов. А если табло вот такое, как вот в Верховной Раде, примитивное поставить? А он начал проще собирать, только это не на табло, вот. Не. Только там намного больше. Проще не упростить это все? Это упростит, очень упростит. Это упростит. Но я думаю, может отменят и вот это вот, может быть, потому что эта процедура... Мы не то, что до вечера не выйдем, мы можем и на следующий день, мы можем делать перерыв. Как это будет? Но, мало того, если мы закончим поздно вечером... У кого ключи будут от двери? Смотрите, если мы закончим поздно вечером, мы-то пойдем домой, да? А вот секретариату именно, надо будет до 12 часов ночи, в этот же день написано в законе, чтобы это вышло, ушло уже в интернет. Потому что завтра... Ну, кто-то из узнает вот так вот ненароком, и сразу будет в интернете, чтобы его нового не разместил, и все. Да, и нарушение. Правда, Аня, да? Ну вот, я же говорю. Кто за данное решение взяты за основу? Значит, да. Кто за? Кто против? Кто отрицательно? Кого какие дополнительные пропозиции? Кто за данное решение в целом? Не-не-не-не-не, есть. Знаете, вопрос, который мы сегодня обсуждаем, имеет для нас всегда огромное значение с такой точки зрения. Многие жители нашего города понятия не имеют, что происходит в этом зале. Какие вопросы мы обсуждаем, кто как голосует, кто есть кто, как живет в этом городе. И начинается потом различный разговор. Это очень нездоровая атмосфера в нашем городе. Это первое. Мы в прошлый раз, все эти годы, я вспомню, сколько раз, наверное, Мирослав Иванович помнит тоже, когда мы говорили, что, ребята, давайте мы, чтобы страна знала свои герои, если мы судьбоносные проблемы решаем нашего города, то надо, чтобы знало наше, как говорят, население нашего города. Поэтому это был первый и самый главный такой сигнал, что нужно, чтобы было поименное голосование, чтобы мы знали, кто за что проголосовал. А если это земельный вопрос решается, то эта вся процедура здесь абсолютно выеденная яйца не стоит. Проголосовал здесь за УЗА. Что значит земельный вопрос? Выделение участка кому-то? Это я говорю тому, как мы будем пользоваться этим законом, по закону. Но лучше всего,
Надо, чтобы мы дожили до тех времен, когда мы чуть-чуть разбогатели. И вот здесь поставим перед каждым то, что сад, вот лучше приносит. Вот и четвертая смогла тоже. Спасибо, Сергей Алексеевич. Мы учтем ваши предложения. Да, мы зажимаем время. Ну, не самое страшное. Вы же видите, как голосует наша сегодня Верховная Рада. В зале ходит 30 человек, а она на табло будет повышать 35 депутатов. Брать пример с того, что это идеал для нас, это тоже неправильно. Нам не позволят наши жители. Да, наше решение, которое мы сегодня примем, мы просто деться с подводной лодки никуда не денемся, мы за него проголосуем, потому что это нормальное явление. Но впредь отработанный должен быть такой механизм, чтобы он у нас не растянулся на одном абсолютно, ну, говоря, пустяковом вопросе, чтобы мы 2 часа лишних здесь сидели и тратили время. Спасибо за вашу позицию. Мы принимаем все после сессии и до наступної сесії всі пропозиції. І будемо, яка краща пропозиція буде вже. Хто за дане рішення в цілому, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Утримався рішення в цілому. Слідуючі питання. Про внесення змін доповнень до рішення Підгорської міської ради номер 34/37/24/12 про бюджет міста Тихоокеан на 16 рік. Відповідає Дарис Іван Петрович, начальник управління. День. Прошу принять изменения в решение про бюджет міста Теплодар на 2016 рік у розділі бюджету розвитку. Коли ми з вами приймали бюджет, ми прийняли 3 мільйона планові на бюджет розвитку однією цифрою. Сьогодні настав час поділити на по об'єктах. Значить, додається додаток 8. Комісії розглядали, дивилися, щоб я не читала вам чи читати. Ну там в основному це покрівлі, шви, козирки і придбання лічильників на теплопостачання по бюджетних установах. Це 3 мільйони. Збільшується цифра, у нас стає сьогодні, якщо ви приймете ці рішення, 3 160 250 гривень. 150 тисяч додається за рахунок субвенцій з державного бюджету по охороні здоров'я. За порядком використання даної субвенції, залишок на 1 січня наступного року, заклад охорони здоров'я на свій розсуд має право переносити або в 100% вираженні, або частково цього залишку на бюджет розвитку для того, щоб придбати або провести якісь капітальні вкладення. За листом Теплодарської міської лікарні вони просять 150 тисяч їм спланувати на придбання медичного обладнання. От. Поэтому 150 тисяч і 10 250 гривень – це спрямовуються кошти із загального фонду на бюджет розвитку для придбання пральної машинки в дитячий садок номер 1. Так, хто за дане рішення за основу, прошу проголосувати. Хто за, хто проти, отримується. Доповнення, запитання. Знав Торона, а на ремонт пральної машинки це хто платить? Ремонт це загальний фонд, це не ці гроші. А, загальний фонд. Так. Значить, в садіку, так, щоб було ясно, поламали зразу дві машинки, які працювали. Були вимушені купити нову, всі здали на ремонт, вони вже готові, повернуться, одна буде в запасі. Хто за дане рішення в цілому, прошу проголосувати. Хто за, хто проти, отримався. Рішення прийнято. Слідуючі два питання, доповідач Зорило Рудюкліна, керуюча справа. Доброго дня. Шановний головуючий, шановні депутати, на ваш розгляд виноситься проект рішення про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих у міжсесійний період. До вашого розгляду на затвердження виноситься 5 розпоряджень, які були прийняті у міжсесійний період. Прошу затвердити дані розпорядження. Всі ознайомлені.
Хто за дане рішення прийняти за основу, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Отримався? Доповнення, запитання? Хто за рішення в цілому, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто отримався? Рішення прийнято. Слідуючий. Слідуючий проєкт рішення про внесення змін до рішення Теплодарської міської ради від 24 грудня 2015 року номер 37 про затвердження структури та загальної чисельності виконавчого комітету та управління майна та інвестицій Теплодарської міської ради на 16 рік. Пропонуємо затвердити зміни, які ми вносимо в структуру. Значить, внести перше, внести зміни у розділ відділ діловодства та контролю організаційної роботи і пункт 14 читати не замість оператора комп'ютерного набору читати головний спеціаліст з питань кадрової роботи та діловодства. Перша така зміна. Можна випробувати? Так. Значить, у нас 21-й, так скажемо, дві на дворі, так? І ви вдруг міняєте оператора комп'ютерного набору, який, мені кажеться, повинен бути в обов'язку. Ну, то якраз у нас 21-й рік, тому кожен із нас оператор комп'ютерного набору, кожен. І нам він не треба. І міняєте на діловоди. Це у вас 70 чи скільки цих, вибачайте, діл. Практично змін тут я не бачу, щоб кожен день когось на роботу приймали. І на те, щоб перекладати до їх книжки, ви берете людину замість оператора. Не перекладати. Значить, у нас, подивіться, оператор... Про те, що така людина... Оператор комп'ютерного набору – це технічна людина. А головний спеціаліст – це особа, посадова особа місцевого самоврядування. Зовсім різні речі. Забудь, і голова так рахує. Я не проти. Ну як так рахує? Що це неправильно. Так нам не треба оператор комп'ютерного набору. Кожен із нас набирає свої документи сам. Що у нас робить оператор комп'ютерного набору? Нічого він не робить. Комісія дуже для вас потрібна, бо... Не три, вона нам не потрібна. Вона нам не потрібна. Зараз в кожному відділі є в кожного персональний комп'ютер. А якраз от на цей відділ, ви сьогодні чули, яка накладається задача з веденням навіть сесій. Подивіться, скільки їм треба буде перероблювати всього. На це повинен бути головний спеціаліст, а не оператор комп'ютерного набору. Діловод. Діловод, а хто у нас буде це все зробити? Закладати, у нас же весь сайт і все, це все обслужує якраз відділ діловодства. Тобто це повинна бути людина, яка посадова особа. В тому числі. Ми всі оператори, ми всі володіємо комп'ютерами. А коли треба щось кидати на сайт, то нема кому. Так, не треба сидіти. Це зовсім неправильне питання, нема кому. Так, це перша зміна. Друга. Внести в розділ фінансове управління у відділ фінансування та виконання місцевого бюджету. Значить, головне внести зміну. Замість спеціаліст першої категорії читати головний спеціаліст. Те сама проблема. Тобто у нас людина, яка вже 24 роки працює, має стаж, але вона як спеціаліст першої категорії. Піднімаємо її як головного спеціаліста вводимо. Нічого не змінюється. Заробітна плата лишається та сама. Дійсно тільки статус, який зміняється у людини. На основі чого? Була атестація? Атестацію вона проходить кожен рік, да, і в неї є. Атестація є, її підвищити. Озвучте ситуацію. Що хто це? Озвучте. Хто саме займає дану посаду? Кершта? Да. Хто займає дану посаду? Тобто людина, яка дійсно працює дуже давно. Так, слідуюче. Значить, у зв'язку з тим, що у нас відбувається скорочення і є рішення виконавчого комітету про скорочення сторожів у кількості 3 одиниць. Тому вивести із структури адміністративно-господарчого відділу 3 штатні одиниці сторожі із 1 березня 2016 року. У зв'язку з тим, що у нас відбувається скорочення, що до нас заходить нова фірма, яка називається «Архангел» і буде охороняти наше приміщення. Четверта зміна. Ввести в структуру виконавчого комітету з 1 березня 2016 року державний реєстратор речових прав на нерухоме майно, державний реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань,
І третій – реєстратор місця проживання фізичних осіб територіальної громади. Тобто виконуємо ті зміни, які відбуваються, і в нас ці державні реєстратори будуть працювати при виконавчому комітеті, тому вводимо їх в структуру. Таким чином, ці три одиниці, які ми вивели і ввели, в нас штатні одиниці не змінюються, і структура у нас, значить, чисельність даної структури буде складатися 73 штатні одиниці, як і було до цього часу. Тому прошу затвердити дальні зміни і лишити в кількості 73 одиниці. Я хочу пояснити по поводу Аркана. Значить, вони не будуть стояти тут, як наші охоронці, вони будуть робити об'їзд там раз через годину чи через дві на своєму автомобілі по місту. Це буде патрулювання. Ну і крім того, не будуть договори. Вони ставлять сигналізацію? А хочете поставити? Ні, ти маєш в виду сигналізацію? Ну, на даний момент в нас є охорона. Ми охоронні. Ну, вони називаються не охорона, а називаються сторожі. Тому що вони не мають права не затримати нічого. В Архангела є договір з поліцією. Я говорив з начальником поліції, їм будуть відділяти одного патрульного міліції. Так що в нашому місті буде патрулювання, Архангел бере на себе бензин, автомобіль, ну і своїх співробітників. Ви не поняли, ви говорите, вони, ви говорите, в час, в два часа будуть робити так? На остальное время, перериви, час, два. Вони будуть в міської ради в машині. Ну, а їх буде охрана? Так, да. Документація. Вона буде охороняти, хтось буде один, напевно, ставати. Та треба, щоб був телефон вообще доступний, щоб люди могли обратитися. Не просто вони стоять, а должен бути інформативно розміщений телефон, по которому можна позвонити і сказати, така проблема, подійдіть. Крім того, я думаю, що будуть і кнопки визвати. Ну, кнопки, кнопки, а громадяни, щоб могли визвати. Це правильно, так і вижу. Жодна кнопка, це платна особа. Ні, ну хто захоче, можна. А какое количество их можно контролировать? На смене один участков, один полицейский и два представителя Архангела. Только здание с полком они берут или все остальные бюджетные учреждения тоже будут? Нет, садики, школы отказались, они остаются на... Мы написали состав. Да, що вони відповідають самі за свої об'єкти? Ну це добровільно. На ІКУ, допустимо, ми теж знімаємо. Ну там на промі ще у здані є бюджетна охрана, кроме ІКА. Ні, на судне. У нас було там. Там, де Воротинський був. Де охрана сторожачий. В Україні війна. Такі його забирають зараз воєнні. Що ж не забрати? Що ж не забирають? Знову забирають. Це ж не перший момент. А промі у нас? На промі вони будуть теж знаходитися постійно? На промі зараз вони вночі охороняють. Після того, як ми поставили охорону, зразу приїжджали вночі і джипи, і з удостоверіннями. Ну, а їх? Зараз? Зараз? Значить, поки їх ми не здали в оренду, ми думаємо, внутрі, напевно, він сидіти не буде. Напевно, будуть на вулиці, буде будка, і буде охороняти, кроме АІК, а ще будуть дивитися за територію. Ні, просто у мене вопрос, там два орендних підприємства, вони розраховують на охорону. Там вже у нас два орендних підприємства. Там столове і ще производники. В АІК? Ну, да. І що? Ну, значить, заключити договори. Саме. Ну, рішимо питання. Зараз ми це не рішимо. Ні, ну, якщо їм не заправлять, то їм як-то вирішить на вулиці. Що, вони ще закрили здані і... Ні, вони здані не будуть. Вони будуть на вулиці. Вони будуть знати. Вони будуть будка, мабуть, біля АІКа. Ну, звісно, ми поки з полковою приймемо рішення. Ми заходимо, коли до чого діємо. Та ні, це дуже важливо. Хто на тому процесі буде рішати? Ну, в процесі буде рішати. Ми просто ізбанково починаємо за ігри розвивати. Там наші охранники, які в ігри сидять, чи від дорогу в рельси розбирають, ні одного дзвонка. Вже питались там, ні одного дзвонка.
Приїжджають, спрашивают. Хто за дане рішення взяти за основу? Ні, Ольга Петровна, скажите, пожалуйста, значит, вы как бы нам объяснили, что оператор компьютерного набора никому не нужен. Почему в структуре «Звиты» есть должность оператора компьютерного набора? Ну, оператор компьютерного набора обслуживает... А, нету у вас там даже? Наташа. А, у нас там нету уже оператора компьютерного набора. Ну, в структуре... Ну, он пока есть, но единицы нет. Ну, значит, будьте последовательны, если вы убираете из общего отдела, Мы переводим его. То есть этот человек должен быть шире какой-то. Ну что такое оператор? Ну, это не посадовая особа. Она работает с документами, которые нам требуют. Я считаю, что вы не последовательны своих вопросов. В свой час у нас был переведений в прошлом году, у нас был забраний главный специалист под оператора компьютерного набора и структуры. Мы сейчас вертаем его назад. Ну, я с вами согласна. Но, значит, в освіту дайте вместо названия оператора компьютерного набора, дайте другого специалиста. Потому что вы не последовательны. Если мы все операторы компьютерного набора, значит, в освіті люди не имеют компьютеров и не владеют компьютером. Или как понять? Не, ну у них там, у нас відділ займається, приймає всі, як відділ у нас був загальний відділ, так? І він приймав всю цю документацію. У них цей оператор комп'ютерного набору теж працює на всі їхні установи. Там він же пише ці накази і все останнє. А у нас кожен спеціаліст це робить сам. Це понятно. І ще вопрос. Значит, по... Так, кто за данное решение? Недержавный, да. Взяты за основу, прошу проголосовать. Кто за? Кто против? Кто отримался? Дополнение за питание. У меня пожелание. Если аттестацию проходят все... Как оператор компьютерного набора? Нет, я не за оператора. Обратите внимание на Клавишу Валентину Борисовну, которая работает специалистом первой категории уже много лет. И во время аттестации никаких претензий к ней нет. Поэтому я думаю, что в ближайшую сессию вы подумаете и... У нас поступило від начальника, все залежить від начальника управління, правильно? Він нам подав свою пропозицію, ми вносимо зміни у структуру. Від даної... даного відділу чи даного управління в нас ніяких не було змін, там, щоб внести зміни в структуру. Тому ми їх і не вносимо. Тобто подадуть, ми теж внесемо зміни. Ще запитання? Да, якщо... Хто за дане рішення в цілому, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Все, дякую. Всім інші питання. Доповідач підносно Світлана Петровна, начальник відділу культури. Про затвердження переліку закладів культури в місті Світлана Петровна. Доброго дня, шановні депутати. На ваш розгляд виноситься питання про затвердження переліку закладів культури міста Теплодар на 2016 рік. Прошу вас затвердити перелік закладів культури міста Теплодар на 2016 рік, засновником яких є Теплодарська міська рада. Додаток є. Хто за дане рішення прийняти за основу, прошу говорити. За? Хто проти? Хто утримався? Запитання, доповнення? Хто за дане рішення в цілому, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто отримався? Рішення прийнято. Дякую. Слідуючий доповідач Чепраненко Тетяна Васильівна, начальник відділу соціально-економічного розвитку. Шановні депутати, шановний головуючий, на ваш розгляд представлена програма соціально-економічного розвитку міста Теплодар і культурного розвитку на 2016 рік. Значить, програма була надана до депутатських комісій. Зауважень від комісії не надійшло. Є доповнення тільки від міського центру зайнятості, воно було також представлене. Ну, хочу зразу сказати, що не всі заходи, не всі наші плани на даний момент підкріплені коштами, але ми їх включаємо, тому що у разі наявності коштів, надходження коштів, у нас буде змога щось виконати або... До того, як надійдуть кошти, у нас буде змога, навіть щось може попросити в обласного бюджету і так далі. Ну,
Все, що не буде виконано, вона, ця програма є логічним продовженням програми 2015 року. Все, що не було виконано в 2015-му, планувалося, перейшло в програму 2016 року. І також пропозиції відділів і управлінь включено нові. Ну, може, запитання? Хто за дане рішення взяти за основу, прошу проголосувати. Хто за, хто проти, отримується. Доповнення, запитання. Хто за дане рішення в цілому, прошу проголосувати. Хто за, хто проти, отримався. Рішення прийнято. Слідуючи. Значить, і наступне питання. Про здійснення державної регуляторної політики Теплодарською міською радою та її виконавчим комітетом за 2015 рік. Це регулярний звіт, який згідно Закону України про місцеве самоврядування міська рада, виконавчий комітет звітує перед депутатами про регуляторну діяльність свою. Значить, ну, для нових депутатів хочу сказати, що всі рішення ради та виконавчого комітету, які приймаються і впливають на господарську діяльність суб'єктів господарювання, є регуляторними. Тому вони проходять певну процедуру, тобто публікація оприлюднюється, публікується, погоджується із Державною регуляторною службою України, тільки після цього приймаються. Значить, ну, в принципі, всі ті рішення, які були, у нас кожен рік іде перевірка зауважень з сторони облдержадміністрації про виконання своїх повноважень з регуляторної політики не було. Ну, там були деякі поради, ми їх врахували, і от починаючи з травня 2015 року ми погоджуємо, там зміни в закон війшли, і ми погоджуємо ще з Державною регуляторною службою ці всі регуляторні акти. Також зауважень від депутатів не надходило, запитань також, якщо є. Хто за дане рішення взяти за основу, прошу проголосувати. Хто за, хто проти, хто утримується. Запитання доповнені. Хто за дане рішення в цілому, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримується? Рішення прийнято. Слідуючі питання. Доповідає Чеботарська, головний бухгалтер управління майна та інвестицій. Доброго дня, шановний головуючий, шановні депутати. На ваш розгляд виноситься проєкт рішення про внесення змін до розділу 4 заходи реалізації програми та обсяг фінансування міської програми благоустрій міста та розвиток і збереження зелених насаджень міста Теплодар на 2016-2018 роки. В даному проєкті рішення ми просимо внести зміни до розділу 4 заходи реалізації програми та обсяг фінансування міської програми благоустрою і розвитку, а саме у заході 5 цифру 150 тисяч, яка була запланована на встановлення ремонту, утримання та фарбування, малярна робота, побілка малих архітектурних форм, замінити на 250 тисяч. І у заході номер 6 санітарне оброблення та аналогічні послуги на об'єктах благоустрою міста, тобто це очищення вуличної дорожньої мережі міста, вулиці, тротуарів від сміття, снігу, базу железицею, цифру 200 тисяч замінити на 350 тисяч. А чим визвано такою? Чим це визвано? Тобто сама дана програма у нас составлялася в кінці 2014 року, на 2015 року, на 16-18 год. І, звісно, цифри всі прогнозні. В зв'язку з тим, що на сьогоднішній день ціни ростуть. І так то само у нас на сьогоднішній день виник вопрос у ремонтних роботах куб, який у нас встановлен, монумент вот этой вот малої архітектурної форми. Звісно, ремонтні роботи потягнуть вище 80 тисяч. Помимо того, что сам побелка, покраска этого куба и плюс установка там хотят тротуарные плитки и другие малоархитектурные формы, то есть 150 тысяч, это все прогнозные цифры, то есть нам их может не хватить. Так как мы являемся бюджетной установой и здесь это выдатки, не имея на это заходы, которые плановые цифры, то есть поэтому мы проводим в ответственность. Так же самое санитарно-аналогичные послуги. То есть на сегодняшний день озеленители у нас находятся уже не у нас в штате, а находятся в штате тоже из наше место, и на сегодняшний день тоже видите, что и был снег в этом году, и была вот эта вот расчистка. То есть все вот это вот мы планируем прогнозно до конца года. Ну, расчистка немножко страдала, если честно, да. И платить за расчистку, когда
Придомовые территории по колено в снегу были. Ну, извините, в этом году на январь месяц, то есть в январе месяце мы потратили 64 тысячи. Это вообще капля в море, и то исходим мы из того, что на сегодняшний день. То есть программа – это все наше побожание, да? То, что мы хотим, и то, что наше видение. Естественно, финансирование у нас происходит согласно сгидно задержанного бюджета на відповідний рік. А бюджет, вы сами понимаете, у нас не настолько богат, чтобы мы могли позволить себе выполнять. Это в основном сумма была затратена на соляк. Было очень много жалоб от нашей жителей, что нельзя ни подъехать, ни выехать со двора. Все было закрыто снегом. Но в других городах жители сами выходили и помогли. Нет, они потом сами убирали. Что на нас приходит, Джим, перекажет жаловаться, говорит. У центру зайнятості нету тропинки. Ну це ж не до мене, не нашого городу. По поводу Куба. Значить, ми запланували до міста 35 років. Значить, положити біля Куба плитку десь в середньому 100 квадратних метрів, зробити зелені насадження, зробити лавочку, обновити Куб. Скільки займе це по цьому? Ми плануємо стільки грошей, скільки займе. Це ви будете знати всі. То есть каждый выдаток, каждый выдаток у нас будет подтверждаться на подставе актов выполненных работ, если придбание каких-то материалов там, или основных засобов, или еще каких-то обладаний инвентарю. То есть это все на основании накладных. То есть, естественно, мы прогнозируем 200 тысяч, да, вот просим там, или 250 тысяч. Все будет оплата происходить подрядчикам или там, поставщикам согласно акта выполненных работ и накладных. То есть ни копейка больше, ни копейка меньше. У нас есть депутаты, которые вырубляют, которые становят. Якщо не зробить дешевше, а за поцілуй не делаєш? За поцілуй не делаєш? Та власне бюджетного процесу взаємозалі запишемо. Ми будемо просити, а... Економічність. Може, скажеш, ми зараз говоримо. Ми гроші не потрапимо. Поцілуй? Так, а через тряпочку? Ну і звичайно, поновити Куб, тому що там навіть табличка і теж буде. Можна уточнення? Да. Щоб ніхто зараз і обманувся. Это изменение программ, это фантазии. Это фантазии, правильно? Да, а деньги в бюджете, я вам озвучивала, у нас на все благоустройство 600 тысяч на год. Поэтому 250 только на Куб никак не пиде. Поэтому, а то, может быть, кто-то сейчас подумает, что это уже изменение бюджета на 250 тысяч. Нет, это мечты пока. А там будем смотреть, сколько у нас много денег. Старый, я уже размечтался. Так, хто за дане рішення взяти за основу, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Запитання. Хто за дане рішення в цілому, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Слідуючі. На ваш розгляд виноситься наступний проєкт рішення про внесення доповнень до розділу 3 «Заходи реалізації програми та обсяг фінансування міської програми про утримання охорони об'єктів та матеріальних цінностей комунальної власності територіальної громади на 2016-2018 роки». Тобто просимо доповнити розділ 3 «Заходи реалізації програми та обсяг фінансування» наступним заходом. Здійснення заходів щодо обстеження об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Теплодар з наданням висновків про технічний стан та їх експлуатаційну придатність, заходів з експертно-грошової оцінки об'єктів та їх частин матеріальних цінностей, виділення технічних паспортів на об'єкти нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста Теплодар тощо. Хто за дане рішення взяти за основу, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Запитання, доповнення? Хто за дане рішення в цілому, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Слідуючі. На ваш розгляд виноситься наступний проєкт рішення про внесення змін і доповнень до розділів 1, 2, 4, 5 додатку програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Теплодар на 2015-2017 роки. Тобто доповнити розділ 1 житлове господарство пунктом 14 придбання приладів обліку води та теплової енергії. Розділ 2 теплопостачання міста Теплодар доповнити пунктом 9.10 це придбання приладів обліку теплової енергії та повірка приладів обліку теплової енергії. Також у розділу
4 капітальних поточних ремонт, реконструкція та завершення будівництва об'єктів соціально-культурного призначення міста Теплодар на 2016 рік цифру 3 мільйона замінити на цифру 7 мільйонів. І так же саме розділ будівництва, реконструкція, модернізація, капітальний та поточний ремонт інших об'єктів комунальної власності міста Теплодар цифру 1 мільйон замінити на цифру 2 мільйони. Нами прийнято було рішення зробити повірки щочиків і на комунальні установи, також лічильник. Значить, ми вже 5 лічильників? 3 і 4. 7 лічильників. А на які об'єкти комунальні? Ми зараз робимо повірку, а протягом літа ми повіримо всі лічильники. Ну, на школу, на садик. Кудальше? А як лісті? Приобрести. Ну, вот так дальше. Школа, садик и... Школа, на коммунальные пошли. Ну и спокойно. Все. Лицей. Тоже. Ну, а куда же? Ну, может, ну, это треба зробити. Особливо в домах. Потому что, если у нас будет ОСБГ, то люди повинні по лечению там зняти тепло и розраховуватися как организация. Хто за дане рішення взяти за основу, прошу проголосувати? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Запитання доповнення. Хто за дане рішення в цілому, прошу проголосувати? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Слідуючий. Хто за доповнення? Про затвердження рішення виконавчого комітету номер 16 про визнання виробника, про визначення виробника транспортування постачальника теплової енергії та виконавця послуг з теплопостачання міста Теплодар на опалювальний сезон 16-17. Доповідач пан Насюк Олексійович. Добрый день, уважаемые депутаты. 12 февраля текущего года на очередном заседании исполнительного комитета было принято решение с текстом, которым вы при подготовке к данному сессии ознакомлены. Краткая предыстория. Ну, как известно, у нас поставщиком данного вида услуг в городе до настоящего времени является предприятие ТОВ «Теплодар Энерго». В силу объективных и субъективных причин с самого начала, как поменялся городской глава, мы были вынуждены рассматривать вопрос альтернативного поставщика на следующий отопительный сезон, на последующий, точнее, на будущий. Это связано с тем, что господина Печерского приходили в письменной форме, мы по этому поводу уже встречались, претензии на миллионы до города. Это также в устной форме неоднократно заявлялось с его стороны о его намерении после окончания данного отопительного сезона о возможном демонтаже его оборудования, как он считает, свое оборудование. Ну и так далее. Безусловно, это зависеть от мнения одного человека нельзя было, учитывая стратегическую важность данного вида услуг. Мы прорабатывали второй вариант, то есть своими силами и вернуть полномочия по оказанию данного вида услуг нашему родному предприятию МКП ТЭЦ-2. В то же время рассматривали вариант о том, чтобы как минимум на следующий сезон, подчеркиваю, как вариант, оставить данного вида поставщика услуг, то есть ТОВ «Теплодар Энерго». Но данное предприятие, точнее его владельцы, помогли нам в кавычках принять достаточно оперативное данное решение. 9 февраля текущего года, в конце дня, его директором предприятия Сереже Белановым нам было принесено письмо, которое ему было продиктовано из Одессы, где с текстом данного письма вы тоже ознакомлены. Где четко было однозначно, недвусмысленно указано, что предприятие ТОВ «Теплодар Энерго» на следующий отопительный сезон данный вид услуг для города оказывать не будет. Значит, в связи с этим
нами незамедлительно, оно и дальше будет просто в ускоренной уже форме предпринять соответствующие меры. Мы встречались и приглашали сюда, встречались с достаточно ведущими известными энергетиками в нашей стране. А 12 февраля, как я говорил, на очередном заседании исполкома было принято соответствующее решение, согласно которому поставщиком услуг на следующий отопительный сезон вызначено наше родное городское коммунальное предприятие Одесская ТЭЦ-2, директором которого является Шевко Нила Борисовна. С текстом данного решения вы ознакомлены. Учитывая актуальность данного вопроса, значимость для нашего города, мы приняли решение на исполкоме положительно и просим данное решение, уважаемый депутатский корпус, утвердить. Можно вопрос? Да. Что тут нет ни Миланова, ни Печерского? Я тут назад все смотрел. Можно один вопрос вам, как специалисту, и тот, кто писал это письмо? Я, насколько владею информацией, это, в принципе, на нашей территории получилось его имущество. Хотя в то время по законодательству он не имел права туда власть. Но он блин. Вы можете ответить на это? Можно отвечать? Да, пожалуйста. По поводу первого вашего вопроса. Все, что вы сказали, барахолилось, вполне официально покупалось в предприятии «Теплодарэнерго» и ТЭЦ-2. Поэтому я не согласен с вашей формулировкой насчет барахолки. Официально покупалось ТЭЦ-2. Это первое. По поводу второго момента. Я не являюсь собственником предприятия. Я наемный человек, поэтому информацию, что, как это все будет происходить, я не владею. По этому поводу я хотел уже после принятия за основу данного решения выступить. Ну, раз если уже тут можно. Да. Мое личное мнение, значит, необходимо рассчитывать на то, что тариф увеличится минимум на 20% только за счет электроэнергии, которую придется МКП покупать. Это первый момент. Без учета остальных платежей. А на данный момент наше государственное руководство прогнозирует поднятие тарифов минимум на 30% за счет стоимости газа для населения. То есть получаем удорожание 50%. Это первый момент. Второе. Надежность всего этого в свете того, что у нас времени мало подготовится, я считаю, довольно-таки под большим вопросом. За счет финансового состояния предприятия МКП, Одесская ТЭЦ-2 и возможности города помочь им финансово. Это второй момент. И в свете вышесказанного хотел бы предложить рассматривать все-таки вариант обратиться письменно к учредителям «Теплодарэнерго» с вопросом, за разъяснением, почему данное решение было принято и как вариант рассматривать их на следующий сезон тоже. Это мое уже депутатское мнение. Так, поэтому я должен совершить еще один вопрос. Сережа, можно развернуто? Как ты видишь это все? Это будет какое-то некое заявление, которое мы подадим к честному попросим? Нет, это надо уже принимать коллективно, но, по крайней мере, разные варианты надо искать. 30% подорожания газа по газу, мы отсюда никуда не идем, но электроэнергию, я думаю, это глупо терять. Надо либо обращаться с вопросом аренды, выкупа, я не знаю, это принимать уже нам всем коллективное решение. Так, подожди, мы должны будем выкупить его прикрепку. Вадим, разреши, я отвечу на некоторые вопросы, которые, естественно, у тебя возникают, и дополню выступление директора. Еще одну секунду, еще запрошу, вы же директор. В свое время было, кому я еще должен всем прощать, кто должен мне, отдайте сюда. Это я к тому, что были долги до того, как пришел Печерский на ТЭЦ-2, на себе. Там не помню, сколько миллионов были. Собирались эти долги такими всякими методами, очень интересными, где-то перегонялись через наш город, что-то ТЭЦ-2 получало, что-то не получало. Короче говоря, долги, я так понял, остались еще висеть. Теперь уже нашего города ТЭЦ-2, так? Да. Теперь Печерский прекращает свою деятельность. Здесь у нас там какого мая, я не знаю. Долги населения на сегодняшний день опять же новые висят, так? Да. Не знаю, в каком размере, 2800 или сколько.
Больше. Больше даже. Вот видите, ну уже налетело на эту тучу. И теперь как будет поступать с этими долгами? Эта фирма остается в виде какого-то там, я не знаю, маленького подразделения для сбора того, что они туда собрали, или будет выставляться в городе какие-то претензии. Как это будет вообще выглядеть? В данный момент я не могу поэтому ответить. Процедура. Елена, что вопрос вообще в чем? Вопрос в том, что если вдруг мы не успеем. Мы можем посчитать те долги, которые он перевел, и те, которые сейчас набрал. Может быть, где-то они там, так скажем, состыкуются так, что кто кому что должен. И, пожалуйста, этот товарищ просто пытается нас шантажировать. Сергей Дмитриевич, уж мы точно ничего не должны. У нас 1 ноября должны были выключить тепло. И у нас даже не было лимитов. Но тепло до сих пор есть. Так же самое котельная будет. Не надо определенно. Если на то пошло, нам на 22 число угрожает отключить газ. Это правда. У нас очень большая задолженность населения. Завтра я буду встречаться с учителем, если возможно, чтобы продлили, пускай продлевают отопление. Ну, а тут виновны сами люди. Тут сами мы все виноваты. Не платят. Депутаты у нас не платят, тогда о чем еще говорить? Ну, так само все будут сказать. Депутаты что же люди? Депутаты тоже люди. Тепловой энергии для нашего города настолько серьезен, что его просто так спустить на тормоза, или как бы так сказать, не разобравшись во всех деталях, наверное, было бы совершенно неправильно. Я вспоминаю последнюю сессию, которую проводил Леонид Васильевич. Помните, тут 2,5 часа обсуждалась проблема, каким будет отопительный сезон 2015-16 года. И он тогда в сердцах просто вырвал ладошку и сказал, да в конце концов, если говорить ничего от государства и ни копейки не получим, то я этот отопительный сезон за свой счет протоплю. И все обрадовались, так сказать, до души отлегло у всех, ну слава Богу, батя спас страну, нашу город. А у меня такое предложение. Мы ему прощаем все, что он отопительный сезон не провел, а те, которые долги ему кто-то когда-то задал, тоже прощаем. Все ему зачет. Это же за Леонид Васильевич обняться, расцеловаться, сказать, нас 10 лет здесь, как говорят. А то хорошо, все нормально, мы никто ничего не купили. Алексей Васильевич не едет для Леонида. Да, давайте перейдем в сторону. Ужасное есть. Михаил Васильевич, уважаемые депутаты, вопрос настолько актуальный, что не надо это лишний раз подчеркивать. Значит, нами непосредственно уже ведутся конкретные определенные действия, там, связанные с документацией и так далее, по поводу того, чтобы МКП ТС-2 следующего сезона имело право и имело возможность заниматься данным видом услуг в городе Теплодаре. Город не останется без данного вида услуг. Ведется работа по получению необходимых денежных средств. Это порядка 2,5 миллионов гривен, которые дали нам расчеты. Ну и другие, по другим направлениям. Мы, в принципе, и без этого письма уже готовились. Просто сейчас это будет ускорено. И последнее. Город господину Печевскому ничего не должен. Я просил через директора предприятия Биланова передать данному товарищу, что про котел вообще забыл. А эту установку мы посмотрим. Нужна она? Или не нужно. В любом случае, если по каким-то объективным или субъективным причинам предприятие МКП ТС-2 не будет успевать, хотя вот постоянно на сегодняшний день вроде идет все, как говорится, по графику. Так будем надеяться, что и дальше будет идти. Но если вдруг какой-то произойдет сбой, мы понимаем, в какой мы стране живем, то просто этим же имуществом, я имею в виду, при помощи которого на сегодняшний день город получает тепло, будет поставлять тепло в город, только другое предприятие, МКП АТС-2. Мы никогда не позволим диктовать городу Теплодар и его жителям какие-то условия, какие-то требования предъявлять. Город данному господину не должен ни одной копейки, и его здесь имущества в городе нету. Это нам всем решать, вам в первую очередь, как лидерам нашего общества, депутатам, определять, кому-то отдавать что-то или кому-то не отдавать. Никакого котла, никакой турбины. Пока мы не будем уверены на 100%, что МКП ТС-2 готова поставлять услуги без турбины, тогда будем разговаривать, передавать, отдавать или не отдавать.
Если не будет такой уверенности, этим же, повторяю, имуществом мы будем поставлять услуги. Возвращаться мы к Теплодарэнерго не намерены. Это себя не уважают. Это что за отношения? Сначала нам кидают в трех экземплярах материальные претензии. Вы знаете с ними, на миллионы гривен город ему должен. Сейчас заявляется, что там его имущество. Какое имущество? Кто это сказал? Все, что в пределах города, это имущество территориальной громады. Никогда и никому, никому и никогда мы не позволим диктовать нам условия. Умоются. Прошу принять данное решение. Спасибо. Что за данное решение? Давай, за основу. Я по регламенту. Хорошо. На прошлой сессии было принято изменение в регламент, и я считаю, что я не имею права голосовать, как лицо заинтересованное. Ну, правильно. Я не знаю, это будет правильно или нет. Это же не ваша собственность и не ваша семья. Все равно. Хорошо, принимается. Василий, у нас директор сидит, или депутат, если депутат голосует по совести, а как директор не голосует. Хорошо, кто за данное решение? Взяты за основу, прошу проголосовать. Кто за? Кто против? Кто отримался? Значит, за. Один не голосував, все за. Рішення. Кто за данное рішення в цілому, прошу проголосувати. Кто за? Кто против? Кто отримался? Рішення прийнято. Следующее. Просто утвердження програми приватизації та відчуження об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Теплодар на 2016-2018 роки. Уважаемые депутаты, ну, во-первых, с учетом того, что часть имущества, согласно ранее действующей программе, уже было приватизировано и продано, учитывая также тот факт, что то положение, на основании которого действовать территориальная громада в лице Теплодарского горсовета при принятии решений по данным вопросам, связанным с приватизацией, отчуждением имущества, оно несколько устарело с учетом определенных нововведений в действующее законодательство. Нами подготовлен данный проект, которым одним мы данным решением просим и утвердить программу приватизации объектов коммунальной властности, утвердить состав постоянной комиссии по вопросам приватизации, отчуждения коммунального имущества, а также утвердить соответствующий перечень объектов. Но по поводу перечня объектов, из ранее, в отличие от действовавшего ранее перечня объектов, там убраны, предлагаемые на ваше рассмотрение, убраны те объекты, которые уже проданы, и введены новые, но новые это только здания АИК, объект незавершенного будовництва, наше пятиэтажное здание, здание АИК. Если по поводу данного объекта есть вопрос, я хочу обратить ваше внимание в первую очередь на тот факт, что его содержание в год приносит достаточно большие убытки нашему местному бюджету. Более 200 тысяч уходит только на оплату за энергоносители и оплату заработной платы. Энергоносители, я имею в виду тепло, электроэнергии. А как вот только что Евгений Дмитриевич обращал внимание, там в этом здании есть только два небольших арендатора. Но в целом оно просто пусто. Или три, три, прошу прощения. Три арендатора, небольшие в каком плане, не хочу их обидеть, по размеру помещения. А так в целом 99, образно говоря, процентов здания, оно пустующее. И платить за тепло надо, надо за электроэнергию, надо. Кроме того, там находится и наш еще архив старый, он имеет большое значение, поэтому отказаться полностью от тепла тоже нельзя. Поэтому мы включили данный объект, перечень объектов приватизации, и будем все вместе думать, как дальше им конкретно распоряжаться. В устной форме уже были желающие его приобрести, либо на условиях аренды, либо выкупа, но это вместе с вами будем в последующем совещаться и принимать соответствующее решение. Прошу данное решение утвердить. Я прошу прощения, по вопросу комиссии, какой склад комиссии и так далее, кто там у нас входит в комиссию? Какой-то...
ваша. Ну, пока я скажу про її, у нас з крючка спригнув інвестор на 200 робочих місць, це пошиття дитячого одягу, який хотів викупити її. Ну, що ти знайшов, ще, не знаю, ще буду йому дзвонити, може передумаємо, що ти знайшов інше, краще. Там по технічному, в першу чергу, параметрам вчити їхню спеціалізацію. Рішите відповідати, Михайло Васильович? Значить, постійна контрольна комісія питань приватизації відчуження комунального майна міста Теплодар. Голова комісії, перший заступник міського голови, заступник голови комісії, начальник управління майна та інвестицій Теплодарської міської ради, секретар, головний спеціаліст по основним засобам та незавершеному будівництву управління майна та інвестицій, члени комісії, секретар Теплодарської міської ради, начальник фінуправління виконкому Теплодарської міської ради, начальник відділу соціально-економічного розвитку виконкому, начальник відділу архітектури та містобудування виконкому, начальник відділу земельних ресурсів, начальник відділу юридичного, начальник юридичного відділу виконкому Теплодарської міської ради, головний спеціаліст юридичного забезпечення відділу житлово-комунального господарства управління майна та інвестицій, депутат міської ради і склади постійної депутатської комісії з фінансово-економічних питань, бюджету, інвестицій, комунальної власності та підтримки підприємницької діяльності, торгівлі за згодою, а також депутат міської ради зі складу постійної депутатської комісії з питань депутатської діяльності, етики, законності, правопорядку та соціального захисту населення за згодою. Там, судя по подписі, ви знайомі? Тут же вопрос, як у нас по комісії по... Нет фамилии? Думаю, это нецелесообразно привязывать фамилию. Завтра я вам лично не понравлюсь, и что же мне делать? Надо будет увольняться. Это невозможно. Предлагаю в наших интересах, чтобы мало... Ну, жизнь есть жизнь, понимаете, человек заболел или еще что-то, надо работать, или в отпуск ушел по другим причинам. Я предлагаю не увязывать состав этой комиссии конкретными фамилиями. Есть должность. Олег Юрьевич, я тоже там написано депутаты от какой-то комиссии. Вот завтра заседает комиссия. Кто из депутатов должен прийти на заседание комиссии? Есть председатель постоянной комиссии. Так? Я вижу себе механизм логичный. Ну, да. Завтра заседание, например, как вы говорите, данной комиссии. Секретарь Теплодарской обвеской рады, або председатель данной комиссии выходит по связи на председателя соответствующей комиссии, уведомляет его об этом и просит представить либо сам, либо кого-то из членов подконтрольной ему комиссии на заседание. Это сюрприз будет, да? Но я вам скажу так, чувствую некий скептицизм в вашем вопросе. Надо просто председателю этой комиссии заблаговременно уведомлять. Нет, просто член комиссии, он должен знать, что он работает в этой комиссии. А так вот, если позвонили, постоянно действующая комиссия. Но до этого же было так. Почему вы не давали вопрос? Мы на сессии когда-нибудь утверждали кого-нибудь комиссию? Депутаты были конкретные люди, которые... Ну, например, по рельсам, кто был конкретный депутат? По рельсам у нас была комиссия, примерно та же самая комиссия по рельсам. Вот, когда мы ездили. Кто был? Кто? Мы на сессии утверждали Бегунова? Все комиссии, но на сессии были конкретно... На сессии мы когда-нибудь утверждали? Там комиссия по фамильному утверждению. Да мы никогда не утверждали. За сгоду и депутат за сгоду. Зачем ты рассказываешь, что... Да я же рассказываю. Я жил 13 лет здесь, Мирослав. У нас никогда не стоял этот вопрос. Сегодня он стоит. Назовите фамилию, давайте, в прошлый раз. Вы настаивали на том, что была фамилия. Я спрашиваю, кто на заседание комиссии придет завтра? И все, больше не... Да сам рассказали, как придет. Есть две комиссии. Есть 8 человек, депутат. Вопросы к вам нет. Вопросы к докладчику. Чего вы... Ярослав Иванович, вот как вы смотрите на такой депутат? Михайлович, секретарь Совета. Вопросы к докладчику, читайте регламент. Ярослав Иванович, у меня есть такое предложение. Я не знаю, кому у вас. Уважаемый депутат, вот такое предложение. Давайте вот я предлагаю принять в такой текстовке, утвердить в том числе эту комиссию без фамилии. Какой-то опыт, я не знаю, месяц, два, три, и он покажет, правильно это решение или нет. Если необходимо будет какой-то негативный опыт, чем действительно какие-то сбои из-за того, что тут не хватает фамилии, мы на одной из очередных пленарных заседаний внесем дополнение, изменения в данное решение. Просто сейчас мое мнение. У нас есть
считаю, лучше принять без вот в таком варианте, как оно. Олег Георгиевич, а якщо пропозиція така? Голова комісії або за згодою інших депутатів. Голова комісії не може, назначає якось іншого депутата. Ну, я думаю, що це юридично не все правильно буде. Везде все борются с коррупцией. Если мы назначаем одного депутата в нашей такой команды, то могут завтра заподозрить и сказать, вы там в чем-то заинтересованы. Так мы договорились с Ободовским. Один дядя он идет, другой на третий, другой на третий, да, на четвертый Диана пошел. Все, и на этом закончилось. И вопросы мы снимаем. Мы сами решили, кто будет в нашем сегодня. Кстати, вот по вашему опыту. Кто за данное решение принято за основу, прошу проголосовать. Кто за? Хто проти? Хто утримується? Доповнення запитання. Хто за дане рішення в цілому? Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримується? Рішення прийнято. Слідуючий. Уважаемые депутати, значит, 12 ноября 2015 года мы уже приняли решение с целью сохранности и эффективности использования нашего коммунального имущества, в частности, железнодорожных путей и так далее, расположенной территории Прома, мы принимали решение, которым в ноябре прошлого года, как я говорил, которым поручали управлению имущества и инвестиций провести демонтаж определенных железнодорожных путей, колеи. Во исполнение того решения, а также с той же самой целью. Я хочу отметить, что после принятия того решения и начала реальных работ, там мы поручали управлению имущества Грозный и нашему коммунальному автотрансовому предприятию Родионов Евгений Михайлович проводить демонтаж путей, буквально с следующего дня такой ворох начался. И криминалы, и так называемые представители правопорядка, в простонародье просто менты, все оказались заинтересованы в этом деле. Каждый день хорошей погоды, ты как тот ходишь с нагайкой румына, разгоняешь этих воришек всех там. Значит, при принятии того решения, как это так получилось, мы, значит, упустили такой объект, как БРХ. Вот этот объект. Значит, нами два, что мы приглашали, ездили на пром, осматривали вместе с депутатами комиссиона данный объект. После этого еще и со специалистами, и с депутатами также смотрели то имущество, которое у нас на складе находится, на складе ЖКО. Был приглашен эксперт, который осматривал, он сейчас работает над соответствующими заключениями. Но что вам хочу сказать, значительно удалось уменьшить объем воровства. Но оно есть, ворует наше имущество. Поэтому прошу... У нас другого выхода нету, как прошу незамедлительно принять данное решение. И по аналогии с тем решением, о котором я говорил, 12 ноября прошлого года, на даты дозвола управления майната инвестиций Теплодарской местной рады, разом с Теплодарским местным коммунальным автотрансным предприятием Родионов провести демонтаж объектов коммунальной власти территориальной громады места Теплодар, расположенных за адресою места Теплодар, промзона, улица Центральная, 11, и перечень... Поэтапно, как перед вами, это идет. Прошу данный вопрос. Если стоит, мы даем воду на демонтаж, это имущество или уже металлолом, мы его куда-то складируем или целенаправленно куда-то уезжает, как понять эту тему? Никак понять, а как поступать с ним. Да? Значит, там настоящее спасибо за вопрос. В данный момент уже подготавливается. Завтра поеду, проверю, меня убеждают, что она практически готова. Площадка, учитывая объемы эти, подготавливается площадка, потому что перевозить эти объемы на наш склад, который ЖКО, достаточно дорого, да и неудобно. Это надо. Поэтому там же на месте, там есть место, если вы были, там достаточно просторная площадка, покрытая плитами, на том месте и будет с оградой, с охраной и площадка, куда после разборки тут же будет складироваться. Как дальше поступать с этим имуществом? Это нам уже после демонтажа. Нам вместе с вами будем принимать решение. Будет приглашен соответствующая экспертная организация, эксперт.
если мы примем решение о его реализации, оно, очевидно, надо будет, потому что это серьезные деньги. Мы сейчас, вот, например, бегаем на тепловые счетчики, ищем там или еще на что-то такое вроде бы незначительное. А в принципе, надо посмотреть внимательно, что у нас под ногами. После демонтажа данного объекта будет приглашен соответствующий эксперт, будет проведена оценка, та цена, которая будет им определена, она будет утверждена депутатским корпусом и вами, ну, совместно будем принимать решение о его реализации или нет. На сегодняшний день стоит вопрос про демонтаж и складирование его. Понятно. Хотя, возможно, какая-то, если там мелочи, там мы им даем волю, то, ну, какие-то необъемные, то перевозить на наш склад в Шиково. Мы на комиссии рассматривали как бы этот вопрос, и у нас убедительная просьба провести изначально хотя бы осмотр навесов, которые там присутствуют, да, чтобы не демонтировать их. То есть их можно сдавать то есть исключить их из общего минового комплекса. Вот. И, ну, это хорошее, как бы. Спасибо. Понимаете, да, то есть все под нож можно порезать. Смысл? Вадим Сергеевич, значит, еще раз говорю, прежде чем выйти на к вам с этим проектом решения, мы пригласили, создали комиссию, точнее пригласили такого. Было, входило три депутата. Я извиняюсь по фамилии. Кизиль, Ободовский и Алексичук. Я прошу прощения без имени отчества. Не считая специалистов, плюс специалистов нашего выконкома, плюс эксперт приглашен. Он уже работал, знает, это общеизвестное, такое абсолютно независимое лицо, это экспертное организация. Мы вместе были на проме, на этом конкретном объекте и внимательно его осматривали. То есть то, о чем вы говорите, это учитывалось. Это вы нам не новое. Можно там что-то оставить, нельзя. Все, что вы там не оставите, завтра будет украдено. Вот я вам гарантирую, завтра будет условно, будет украдено. Я вообще не понимаю, за что я тут зарплату получаю, и правильно ли я числюсь первым залом. Мне как минимум наполовину надо каким-то, я не знаю, цербером или еще быть. Я тут и делаю, что летаю туда. Нет, речь идет надо о... скоро будет переодеваться. Речь идет о навесах, которые стоят на бетонных столбах. Понятно, что там есть какие-то пролеты из металлолома в будущем, так сказать, понимаете? То есть я вот попытался ответить на ваш вопрос. Я бы эти навесы оставил бы и сдал их в аренду. Но как мне доложили, там есть деловой металл, потому что ну все, свет металлолом не подходит. Есть деловой, который можно... Нет, те здания, которые начали уже резать, пожалуйста. Дело в том, что там есть цех сушильня, так называемый. Она видел, там плиты стоят. Вот этот цех я бы просто не разбирал. Это готовый, пожалуйста, потом кто придет, там из центра панели сделает там замечательный, длинный, большой цех. Хорошо, там есть все фермы, все просто... Вадим, мы эти даем... Эти фермы просто так не выдержат. Я посмотрю. Подняться как-то на этих 7 метров. Нет, надо учиться. Нереально. Я только хотел бы сказать, демонтаж это не значит толкнуть и завтра оно будет демонтировано. Вы понимаете, достаточно мощный объемный объект. Поэтому то, о чем вы говорите, то, о чем вы говорите, Вадим, это правильно, это логично, оно будет учитываться. Плюс мы ждем со дня на день заключения смены. Конечно, надо это аккуратно, а не порезать на ломтики какие-то. Все, что можно использовать в нашем хозяйстве, куда-то кинуть, почему нет? Именно с учетом, в первую очередь, возможности применения в нашем реально действующем хозяйстве коммунальном. Может куда-то навес, может куда-то кусок трубы, я не знаю. Будем смотреть. А не то, что на мелкие кусочки распилили и потом... Нет, я говорю, там стоит здание фактически, которое нужно просто накрыть и построить стену. Оно не здание, оно навес. Это огромные деньги, чтобы это построить. Но навесы уж наверняка, в первую очередь, кто не трогал. Ну вот, депутаты есть, не слышали. То есть посмотреть, там есть несколько вот таких вот объектов. То есть подходить взвешенно, правильно? Если кто не надо будет, если кто-то придет, возьмет это что-то в аренду, это не надо. Оно свежится, да и все. А сегодня можно воздержаться. А банки эти, вот это вот все, бетоны, которые там внутри уже все разворовалось практически, это все надо решать. Спасибо, прошу принять. Коллеги, еще вопрос. Рассматривалась стоимость этих работ, имеет ли у нас технические возможности АТП, наше коммунальное предприятие, для проведения этих вот
Значит, смотрите. Это очень серьезные и тяжелые работы. Я знаю. Значит, там надо с учетом общих требований законодательства, в первую очередь, это соблюдение техники безопасности. Все эти работы будут проводиться. Лицензии, бумаги, все это есть у предприятия. Плюс будут, это либо на договорах супчиков, там, или как бы, если будет необходимо. У нас есть достаточно мощные краны. Они реально, наши краны есть. На условиях либо аренды, либо в собственности у Родионова есть. Если потребуется какая-то еще дополнительная спецтехника, сегодня я с ним общался, пока так вопрос не стоит. Но если потребуется, немедленно на условиях там супчиков или как будет привлечено дополнительное предприятие, или там будет взято в аренду какое-то специальная техника. Тут еще один. Значит, просто так демонтировать вот сразу же данный объект нельзя. Там надо будет выполнить два условия. Это там соответствующий план подготовить, соответственно, ППР это. И второе, там соблюсти все требования безопасности. Вот первые вот эти два шага после принятия данного решения будут оформлены соответствующие документы, после этого приступят к демонтажу с обязательным, то, о чем вы говорите, это очень хорошее замечание, с учетом того, что ломать, а что не ломать, а что лучше оставить, и может быть там еще можно будет реставрировать и применить в будущем. Спасибо. Кто за данное решение взято за основу, прошу проголосовать. Кто за, кто против, кто утвердил. Кто за данное решение в силу, прошу проголосовать. Кто за? Кто против? Кто утвердил? Решение принято. Следующее. Уважаемые депутаты, на ваше рассмотрение предлагаю следующий проект решения. Есть одно, это вот в данном садоводческом кооперативе очень остро стал вопрос. В свое время был заключен договор аренды в 2012 году данным садоводческим кооперативом «Сметана» на земельный участок площадью порядка 5,5, я округляю, порядка 5,5 гектар. Но там земли. Но с учетом того, что там дороги проезжие, там был с ними, они ими пользуются, и пользуются только члены кооператива, было заключено в том же 2012 году, в декабре месяце, дополнительное соглашение на эти 0,5 гектар. 0,5 гектар – это общая площадь вот этих дорог. И да, это дороги и 3 земельных участка. И получился нонс такой вот, что размер платы, которые вот они платили за основной земельный участок, предусмотренный договором аренды, он был практически сопоставим с размером платы, или лучше наоборот сказать, размер платы по додатковые годы за гораздо меньший размер земельного участка, сопоставим с размером платы по договору аренды, там более 7 тысяч. Но они неоднократно обращались о том, в адрес Теплодарский горсовет, может недостаточно настойчиво, а мне кажется, просто недостаточно грамотно обращались, больше, я так понимаю, эмоционально или там неправильно оформляли тоже элементарное заявление о том, чтобы уважаемый горсовет в свое время пересмотрел. Сейчас мы вот занимались данным вопросом на протяжении, я вам скажу, более чем полутора месяцев и пришли к выводу, что и новое решение, чтобы соблюсти принцип справедливости. Вы понимаете, о чем речь вот идет? Там еще оказалось, что почему гораздо меньше земельного участка по площади, предусмотренные предметом, который является предметом додатковые годы, а стоимость его пользования почти такая же, как за гораздо больше земельного участка предусмотренный договор аренды. Почему так получается? Да потому что там посчитали эту землю проезжую как под застройку, хотя это не так. Ну и, соответственно, другой размер платы был. Поэтому нашими специалистами земельного отдела, это также вопрос был согласован с Держкомземом, как вы хотите из подобной ситуации. Значит, был проведен соответствующий расчет с учетом требования законодательства. И на ваш взгляд, на ваше рассмотрение предлагается вот данный вариант, смысл которого заключается в том, чтобы установить размер арендной платы только чисто по этой додатковой угоде, подчеркиваю, фиксированные. В данном случае он составляет 1024 гривны 99 копеек в год.
Спасибо. Прошу принять данное решение. Тысяча, два, было более 7 тысяч. И они приблизительно столько же платили за землю, где действительно их не земельные участки. То есть приватизированные. Наши это жители, да. На землю уже есть, госзарп на землю. И еще и аренда. Ну, двойная оплата. Кто за данное решение взято за основу, прошу голосовать? Кто за? Кто против? Кто утримался? Кто за данное решение в цілому? Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримується? Рішення прийняте. Слідуючий. Я докладаю. Хто ще? Далі. 16 по 30. Уважаемые депутаты, вот этот комплект вопросов. Ну, мы детально и на комиссиях вроде рассматривали, поясняли. Я очень кратко. Какая ситуация? В конце 80-х годов прошлого столетия, это на протяжении 8-9 годов, значит, был сформирован ряд наших садоводческих кооперативов, в данном случае речь идет о садоводческом кооперативе «Радуги». Ну и также, учитывая предписание того ранее действующего земельного законодательства, право властности на землю в форме державных актов на право постоянного пользования выдавались только на юридические лица. И что сейчас получается? Вот кооператив «Радуга», вот этот вопрос затрагивает тех жителей, которые у которых выходят земельные участки на территории кооператива, садоводческого кооператива «Радуга». Значит, там земли его были клочками переданы различным предприятиям. И эта передача была оформлена соответствующими державными актами, которые датированы 89-м годом. Хотя сам кооператив был створен на протяжении 88-го года, за год до того. На сегодняшний день, уже с учетом вот этих действующих законодательств, которые дают право человеку оформить право властности на землю, получается такая коллизия. Наш житель, обращаясь Горсовет, получает наше разрешение на право оформления документов, чтобы оформить последующим право власти на данный земельный участок. Идет в Держкомзем, а у них там этот земельный участок на основании тех державных актов чистится за соответствующими предприятиями. И в результате люди не могли никто оформить право устанавливающие документы на землю. Значит, какой выход? Вот совместно, тут Мирослав Иванович может еще что-то дополнить, были встречи с руководством и областного управления Держкомзема, и районного. Этот Гордеев узел обязательно надо было разрубить, потому что наши права наших жителей, они всячески вот нарушались. Никак не мог он реализовать человек свое право на оформление правоустанавливающих документов. Каким образом поступили вот и предшественники наши, мы продолжили в этом плане работу. Было обращение в соответствующее областное управление статистики, которые дали подтверждение в отношении тех предприятий, которые уже ликвидированы. Далее мы включили нормы, предусмотренные Земельным кодексом Украины. Сейчас статья 141, которая гласит о том, что одним из оснований для прекращения права пользования на земельный участок является прекращение юридического лица. Ну и дальше уже по технологии все было очень просто. Есть норма закона, которая объясняет, на каких основаниях прекращается право пользования. Есть официальный ответ от державного органа, что такие-то юридические лица уже не значатся в державном реестре, то есть они прекращены. И на основании этих данных нами принимались соответствующие решения в рамках полномочий, наданных нами Земельным кодексом Украины. То есть мы просим соответствующие акты за предприятиями, которые ликвидированы, у которых нет уже правопреемника, признать такими, что утратили чинность, мы их не отменяем, мы их не признаем недействительными, это не наша компетенция. Мы их выдаем такие, что утратили чинность. Земли переводим в земли запаса, и это дает нам право, точнее не нам, а уже людям, которые, чьи земельные участки находятся на соответствующей территории, оформлять право устанавливающие документы. Текст данного решения мы жестко, четко
вместе отрабатываем с ДЭШКом ЗЭМ. Я им так и ставлю условия. Мы принимаем решение вот с такой текстовкой. Будут возражения? Не будут. Последний раз на эту тему я разговаривал с ними вчера, накануне встречи с уважаемыми депутатами. Спасибо. Вот это общая цель. Ну и такие вопросы, значит, у нас порядка сколько, 15, у нас вопросов аналогичных. Прошу принять положительное решение по данному проекту. Кто за данное решение взято за основу, прошу проголосовать. Кто за? Кто против? Кто отрекался? Кто за данное решение принято в цілому, прошу проголосовать. Кто за? Кто против? Кто отрекался? Решение принято. Следующее питание. Выкладывать другие. Спасибо большое. Просто много вопросов, я уже поторопился. Уважаемые депутаты, значит, выносится следующий проект решения. В мае 2013 года уважаемым Теплодарским горсоветом было принято положение, которым регулировался порядок предоставления, это кратко скажу, порядок предоставления земельных участков садоводческих кооперативов жителям нашего города. Ну, если это решение принималось 30 мая 2013 года, значит, целесообразность того решения, принять его, мне понятно. Но с правовой точки зрения, мне непонятно, вот как можно было определенные там моменты заложить, мягко говоря, решение, тем решением орган местного управления наделялся полномочия, которые ему явно не присущи, с явным превышением полномочий. Но польза от принятия того решения была, безусловно. Значит, на сегодняшний день все-таки надо смотреть вот, на реальное существование вот дел, надо приводить в порядок это положение. Значит, но пока, говорю прямо, новое положение не отработано, в то же время действует это положение о порядке предоставления земельных участков, которое противоречит во многих своих положениях противоречит требованиям действующего законодательства Украины. Поэтому нами подготовлен такой вот проект, который выносим на ваше разрешение. Говоря честно, это мое субъективное мнение, внутренний у меня дискомфорт в отношении этого решения. Я потом, если дадут слово, поясню почему. Поясняйте. Понимаете, когда что-то отменяешь, вот мой жизненный принцип, особенно за последние годы, что-то надо предлагать. Абсолютно. Вот я собираю что-то, говорю, вот это плохо. Даже я 100 раз прав, что это плохо. Так попытайся дать что-то хорошо. И докажи, что это хорошо. Но вы согласны с тем, что это решение нужно отменить? Да, безусловно. Мы сейчас ущемляем просто наших людей. Это первое, что я хотел пояснить. И второе. На основании того решения, которое мы вот сейчас является предметом, уже создана очередь. Там более 100 человек, если не изменяет мне память, порядка 130 или 180 человек. Ну, давайте так. Мы усложняем жизнь людям. Вот на данный момент. Усложняем, правильно? Мы хотим облегчить сейчас хоть что-нибудь. Да. Ясно. Олег Юрьевич, уважаемые депутаты, это вопрос... Конечно, на сегодняшний день он необходимый, потому что есть моменты такие, что люди не могут выполнить эту процедуру до конца. В этой частности, вот этим решением мы дали толчок и работу проектом организации. Если бы мы жили в другой стране, наверное, я так, может, обобщаю и утрирую. Значит, когда я пришел, обратился, и мне через месяц выдали документы, которые правоустанавливают мою собственность на эту землю, и я могу с ней делать какие-то операции. Но на сегодня это же утопия. У людей на сегодняшний день материальная сторона не может позволить приватизировать, сделать все по порядку. Понимаете, а вот тут уже заболел, ему надо зубы вставить, ему надо делать операцию, поэтому... А тут мы начинаем вот это делать. Мы этим решением, только я говорю, даем работу проектным организациям, которые можно назвать это крахоборы и негодяи. Михаил Михайлович, ваша пропозиция. Я считаю, что ее надо отменять.
Отменять это значит. Ну, Олег Юрьевич правильно, наверное, сказал, что необходимость ему понятна. И мне она понятна, потому что это решение каким-то образом регламентировало отношения земельные конкретно в нашем городе. Поскольку и необходимость его вызвана к тому, что я могу сейчас десятки примеров привести по каждому из кооперативов, когда происходила латентная передача земельной делянки, и от этого в земельных отношениях в учете, то есть собственник земли, а собственником является, это, кстати, исключительная, это прерогатива только городского совета, распоряжаться землями, решать вопросы землями, которые относятся к собственности городской громады, то есть громады, исключительно. А отменяя это решение, мы опять возвращаемся к вопросу, когда присваивается право без всякого основания распоряжаться землями городской громады. А потом получаются такие ситуации, когда на один и тот же участок подают два претендента на приватизацию. Таких случаев было 4 по ветерану. По гаражным кооперативам, когда оформляется недвижимость, а там земля оформляется на совершенно другое лицо. То есть из-за того, что там в земельных отношениях хаос возник, вот это было продиктовано принятием этого решения. Оно каким-то образом упорядочило. И это обязанность, кстати, собственника земли вести учет и правильную эксплуатацию распределения земельных участков. Это обязанность. И никому другому она не может быть переадресована. Ну, я, конечно, согласен с вами, что вот это решение как далеко от совершенства. И правильный подход, вот, который вы озвучили, если вы отменяете, предложите что-то более совершенное и нужное. У меня все в том, что... Так у вас какие-то предложения, Мирослав Иванович? Я предлагаю сегодня этот вопрос не рассматривать, а потом доработать его, это положение довести до совершенства, а потом мы его примем на следующей сессии. Один из пунктов будет уважать таким, что утратила чинность положение, которое существовало ранее. Такое мое предложение. Не оставлять вам. Мы сейчас сегодня, если отменим, у нас... Михаил Васильевич, есть вот такое предложение, я бы добавил к нему, что не просто отложить вопрос, а поручить юридичному ведению вместе со мной до следующего пленарного заседания выработать новое положение. Ну, я склоняюсь к такому варианту. То есть сейчас не принимать решение, потому что отменить его, получится, правильно говорит Александр Анатольевич, какой-то вакуум. Мне кажется, было бы целесообразно, как к нему депутаты, отложить принятие решения по данному вопросу, а поручить юроделу отработать новое положение. Его надо было давно сделать, это мое упущение, я вот честно говорю. Хорошо, да, скажите, пожалуйста, вы сейчас думаете о ком? О людях или вообще просто о чем-то непонятном? О справедливости. О справедливости? Да. Ну давайте теперь о справедливости. Вот я разговаривал с человеком, который является председателем кооператива гаражного, да? У него огромные неплатежи. Но не может он собрать деньги. Но нет у людей денег, да? И сменить человека он там тоже не может. По одной простой причине, что тот не может достать денег на оформление своего гаража, чтобы его потом продать, и там появился другой собственник. Вы понимаете, о чем это? Это тоже важно. Это важно, это действительно важно. То есть у него там, например, да, из трех улиц одна не платит. Не платит, потому что нет денег. Он говорит, ребят, продавать их же не можем. Вот вы такое решение, депутаты, приняли, что мы не можем. Не подарить. Не подарить, не продать, ничего не могут. Только убрать из смерти или перемирать. А денег на оформление вот этого, 10 лет этих документов, которые они делают, да, Александр Николаевич сказал, просто заносим денег организациям, которые занимаются применением документов. Вот есть такие, которые оформили, но только дешевле было не оформлять, чем когда оформили, то продать уже не надо. Продавать уже не надо. Я понимаю. Есть, но вы и это можно как-то сделать это максимально так аккуратно. Давайте примем сегодня это решение, может потом как-то... Нет, вам бы, да, это я... Я еще дополню, если можно. Да. Вот, например, я в частности скажу за кооператив ВОЗ. Документы на 19 человек, которые имеют право собственности на строение, на землю, находятся в городском земле где-то около 6 лет. До сих пор ВОЗ не летал. И это невозможно сделать. Законы меняются, власть меняется, деньги выкачали, и опять давайте деньги, опять, но это все еще незаконно, не знаем как. Ну вот мы и загоняем этих людей сюда.
Люди, которые поставили те же самые гаражи, которые получили дачи, они не просто получили дачи. Было выделено земля кооперативу, там постоянное пользование или как. Есть списки. Каждый год или в аренду. Каждый год наш земельный лидер требует членства в кооперативе, подтвердить списки. У них же есть это все. И тогда же так тоже оно было. Тот выходит, написал заявление, он не может, ему надо лечить жену, у него есть этот участок. Он даже это построил, не построил. Хочет сегодня его обстановка такая же, он хочет его какую-то копейку заработать, чтобы лечить там, или самому, или как. Он не может это все. Мы что ждем, пока человек умрет? Мы же приняли только в разе смерти или только перемены места жительства. А эти люди уже перемены места жительства, не дай бог, я говорю, только может быть он там, за теплодаром. Земля не наша. Нет, я имею в виду там с левой стороны наши. На виды наши. Вы понимаете, мы боимся каких-то коррупционных схем у председателя кооператива. Правильно? Вот вы на это как бы намекаемся. Да, мы вот это. А какие? Так давайте будем как бы с этим бороться. Какие? Я же рассказываю, понимаете, да? Бумагой написано. Получено $3000 США за земельный участок, по адресу. Я говорю. Мирослав, так это же потому, что это наш председатель кооператива такой. Ну это кооператив такой выбрал такой председатель. Михаил Михайлович, ты уже два раза выступал, можно я? Смотрите, мы только что приняли вот вопросы с 16 по 30, да? Это то, что уже этому кооперативу, это положение, надеюсь, Мирослав Иванович, вы со мной согласны, что рано... Я с вами не веду дискуссию. Хорошо, я не буду говорить, я не буду называть ваше имя. Значит, со мной согласны, наверное, некоторые депутаты, мы отменили эти акты пассивного кредитования. Вот есть заявление людей, которые 5 лет не смогли, 5 лет обращались сюда и не смогли. Вот как мы отменили первый акт отменили. А вот эти акты мы должны были еще в прошлом году. И ничего бы нам за это не было. Но тогда кто-то не захотел, еще год мы промурыжили людей. А люди о нас думают точно так же, как и обо всех. Сегодня надо там, сегодня правильно, эта земля, акты мы отменили, эта земля стала исполкома. Уже не кооператива, кооператив только электроэнергию дает. У них уже нет ни своей, ни отвода земли, ни в аренде этой земли там у них нет. Вот. Как решать этот вопрос? У меня было, как говоришь, Александр Юрьевич, что-то вы отменяете, предлагаете. У меня есть предложение, что там надо нам сегодня делать орган самоорганизации населения. Ну, это завтра, наверное, будем делать. Потому что единственный выход – снова людям давать, которые там остались, 20 или 30 человек, которые не приватизировали землю. Вы верите в то, что они будут отводить весь этот кусок? Это труднозатратный. Дороги останутся в городском совете, а... Полномочия будут уже исполкома по этой земле, уже не кооператив будет выделять, а уже здесь будет выделять. Второе, мы отменили на прошлом заседании, не мы отменили, а закончился договор аренды. Там же был кадастровый номер. Мирославович, опять же таки, депутаты уважаемые, это не наша проблема, не мы создали эту проблему, что есть кадастровый номер, а никто не может ни право собственности, ни приватизировать земельную делянку. Что по вашему кооперативу, что по вишневому саду на сегодняшний день, что еще есть у нас? У нас только спасение там, где в постоянном пользовании было. Вот это вот через нотариуса как-то мы движем. Уже прошли это. И благодаря тому, что Вася Борода этим занимался, и уже у нас процесс пошел. Поэтому я не считаю, что мы что-то здесь нарушили. Я абсолютно не считаю. И не думаю, что мы должны там посыпать себе. Придумаем мы какое-то положение. Теперь насчет очереди. Очередь создалась искусственно, точно так же, как создалась очередь у нас на жилье. Ни одной квартиры никто по очереди не получил, ни одной дачи никто по очереди не получил, кроме как локомотива, где я был председателем и отдал на очередь 4 участка. Больше никто. Говорите о тех вещах, которые вы владеете. Если вы не знаете, лучше не говорите. Я говорю, я видел. Я еще раз говорю. Какая там очередь? Давайте по вопросу. Давайте не будем говорить. 31 питання зняти з розгляду на срочку на цілому. Давайте проголосуємо. Ні, ми ще не голосували. За основу ми ще не голосували. За основу вже закончили. Є пропозиція зняти це питання до наступної сесії, дати Юрію відповідь на дорогу. А зачем його доробляти? Дорабатывайте потом. Его нужно отменять, решение. Люди точно придут с голосованием. Принимайте решение.
Николай, вы знаете, у меня сотрудники, которые подали документы на эти 600, 5 лет. Она говорит, я бы это продала, отдала, что-нибудь сделала с этим участком. Я уже не могу, я столько денег выбросила туда. Сколько еще? Давайте еще 5 лет подождем. 100% еще. Столько можно ждать? А так она говорит, я подарила деньги, вы хотите заниматься приватизацией? Опять, как? Латентно, через председателя кооператива. Давайте мы допишем туда, допишем. Контроль за майном, за исполком, за кем-то контроль, чтобы он подчинялся, председатель подчинялся какому-то органу. Приватизация проходит только через сессию. Зачем мы заводим? Мы заводим еще дальше. Это устав кооператива, ребята. Как мы берем? Как мы здесь собирались? Ну, опять же, путаются два понятия. Членство кооперативы и право пользования землей. Это совершенно два разных понятия. Если вы этого не понимаете, ну тогда извините. Я понимаю одно, что мы дали кооперативу землю. Дали кооперативу. Зарегистрировали кооператив. Мы еще, когда кто-то вышел с кооператива, мы здесь собираем сессию, назначаем туда человека, он идет туда, и ему говорят, за электроэнергию, за дорогу надо уплатить. Не, я не буду. Он приходит на... Чего мы туда вмешиваемся? У нас что, нечем заниматься сессией, кроме вот людей туда отправлять? Мы не сами найдем. Знаете, так, у нас есть два варианта. Перший вариант. Сняти 31 питання на доработку до следующей сессии. Первый вариант был не такой. Первый вариант. Это те, что комиссия... городского голову. Он ведет сессию. Чего вы его конструируете? Извините. І слідчі ми голосуємо, вносимо його за основу і голосуємо як там. Значить, чого не перебувати? Ну це треба було вначалі сказати, що знімається це питання. Якщо воно не знялося, ми депутат пропонував зняти. Ми говорили, було одне мнение, що мінялось мені. Шановні депутати. Питання 31. Була пропозиція зняти його з розгляду на сесії до наступної сесії з доработки юридичного відділу. Хто за дане рішення взяти за основу, прошу проголосувати. Хто за? Господи, ви запутали всіх уже. Снять. Ждали 5 лет, еще месяц пусть подождут. Какой месяц? Рішення не прийнято. Значить, хто за рішення взяти за основу, прошу проголосувати. За дане рішення. Яке дане рішення? Ми голосували це питання з рішення, щоб з повістки дня зняти. Воно не пройшло. Зараз ми голосуємо за дане рішення. Взяти його за основу. Левий формулювання. Як повістки дня написано, так і голосуємо. Прийняти за основу. Хто за дане рішення, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Та подождіть, ви посчитали. Хто за? Хто за? За основу. Ви за то і за другою? Ні, ну перше питання рішення. Ми перше приймали за основу. Ми перший вопрос приймали за основу. Ми ж не прийняли його за основу. Ми вже голосували, так? За і проти по першому вопросу. Але ми ж не прийняли за основу. Значить, ні, не за основу. Було перша пропозиція зняти з повістки дня це питання. Не набрало голосів. Далі ми набираємо. Це питання ми голосуємо взяти за основу, тоді ми його приймаємо чи не приймаємо в цілому. За основу. Я маю право голосувати? Маю право. Ще раз, цього завдання рішення взяти за основу. Прошу проголосувати. Хто проти? Так проти нема нікого. Хто отримає? Один не голосував. Один не голосував. Запитання, доповнення, пропозиції. Хто за дане рішення в цілому, прошу. Хто за? Хто проти? Так подождіть, скільки голосував? Ні, ну зараз читаємо, хто за, хто не голосував. Буває, Мирослав Іванович, вам так і не хто проти? Хто проти? Хто утримався?
Кто против? Я не принимал участие. Два отримали. Три отримали. Один не голосував. Рішення прийнято чи не прийнято? І скільки за? Скільки за? Рішення прийнято. Слідуюче питання доповідає спеціаліст першої категорії відділу земельних ресурсів. Шановні депутати, до вашої уваги представлені проекти рішень. Про визнання рішення Антипотарської міської ради номер 751/31 5-го скликання від 06.11.08 року таким, що втратило чинність. Депутатська міська рада вирішила визнати рішення Антипотарської міської ради номер 751/31 5-го скликання від 6 листопада 2008 року таким, що втратило чинність. Визнати пункт 16 додатку до рішення Депутатської міської ради Одеської області номер 78 5-го скликання від 30 серпня 6-го року таким, що втратили чинність. Комісія розглядала. Хто за дане рішення взяти за основу, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Хто за дане рішення в цілому, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Слідуючий. Про внесення змін до рішення Теплодарської міської ради номер 28/1 7-го скликання від 3.12.2015 року про встановлення пільг по земельному податку на 2016 рік. Теплодарська міська рада вирішила внести зміни до рішення Теплодарської міської ради номер 28/1 7-го скликання від 03.12.2015 року про встановлення пільг по земельному податку на 2016 рік та доповнити пунктом 7 в такій редакції. Звільнити від сплати земельного податку державні установи, які фінансуються з місцевого або державного бюджету. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з регулювання фінансово-економічних питань бюджету, інвестицій, комунальної власності та підтримки підприємницької діяльності, торгівлі, земельних відносин, охорони навколишнього середовища, будівництва та архітектури. Дане питання розглядалося на комісії. Хто за дане рішення взяти за основу? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Хто за дане рішення в цілому? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Слідуючий. Про припинення права користування земельною ділянкою, яка розташована за адресою місто Теплодар, вулиця Генерала Плієва, 2, ФОП Яровому Михайлу Михайловичу. Фізична особа підприємця. Припинити право користування земельною ділянкою загальною площею 00085, яка розташована за адресою місто Теплодар, вулиця Генерала Плієва, ФОП Яровому Михайлу Михайловичу. Хто за дане рішення взяти за основу? Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Один не голосував. Не маю права. Хто за дане рішення? В цілому прошу проголосувати. Хто за? Відповідно до регламенту. Хто проти? Хто утримався? Один не голосував. Рішення прийнято. Слідуйте. Про припинення права користування земельною ділянкою, яка розташована за адресою місто Теплодар, вулиця Енергетиків, акціонерне товариство «Іміксбанк». Припинити право користування земельною ділянкою за адресою акціонерного товариства «Іміксбанк». Хто за дане рішення взяти за основу, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Хто за дане рішення в цілому? А вопрос, хто зараз користується тою земельною ділянкою? Хто? Ну там була реклама, бачила, стала карман цей. Работає там, вони пользуються без правоустанавливающих документів по землі. Это ставлено? Ставлено в банковстве. Да, да, да. Там у нас рекламируется, чтобы на ней находится. Там карман есть, что-то. Они изначально тогда... Карман повесил свою рекламу. Да, изначально тогда они открывались, повесили. А уже нет, да. Реклама. Вопросом. Хто за дане рішення в цілому, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Все. Слідуючі. Пакет там. П'ять питань. 36-40. На комісії розглядалось питання? Так, розглядалось.
Хто за дані рішення взяти за основу, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Є запитання доповнення? Хто за ці рішення в цілому, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Так, слідуючі питання. Різне. Бажаючи виступити. Так, один. Три. Записуємо три чотири. Сьогодні я тут сиділа на першому ряду Діана, наш депутат. Сьогодні день рождения. У нас була така традиція. Я думаю, що все, що було хорошого в предыдущих съездах, сесії, як ви говорите, созиви, треба зазвонити і каким-то образом продовжити. Якщо у нас немає коштів в бюджеті для того, щоб якусь скромну цвіточку подарити, один открытку купити можна, текст красивий набрати можна, прийти поздравити з днем рождения, подарити, як говорять, якусь открытку і сказати спасибо і вам, що ви з нами работаете. Це все. Можна подумати. И второе, я вчера познакомился с нашим СБДИ, а инвестициями нашими. И столкнулись с проблемой, которая произошла для того, чтобы архивы наши сохранились, вот те, которые напомнили. Да? Документация на все здания и сооружения, которые строились при советской власти, были четко регламентированы. И сегодня рассказывать о том, что никаких документов нет, или что-то паспортов нет, или того, чего нет, все равно нужно сохранить то, что у нас было. Ну вот я понимаю, сидит, он работал в серьезной организации, и там порядок был исключительно, как говорят, нормальный. Также и настройки, и другие организации. Так вот, материалы, которые находятся сегодня на фронте, в архивах, каждый раз приедет, предложение такое, найти помещение в нашем городе, перевести сюда, найти штатную единицу, за счет где-то сократить, поставить архивариус этого, чтобы мы могли в любое время найти любой документ, который понадобится для нашего города, для нашей городской жизни. Это наша история. Сергей Сергеевич, відповідаю на ваше запитання. Я от нее уходить не перше. По поводу поздоровлен депутатів з днем народження. Ми прийняли рішення, і то прийняла і Одеська обласна рада, і Біляївська, вітати тільки круглі дати. Тому що... Да. Тому ми пам'ятаємо, було раніше при ізобілії, ми поздравляли депутата, депутат там десь накривав стіл там і так далі. І ми вирішили, що це ну, зараз не цей час. Не жалко там квіти. Там. Ми її привітали, та як знайшли нашої партії, ми привітали до сесії. Ну ви зрозумієте, яка була традиція така, тому і вопрос задався. Слідуючі питання. Значить, ми коли були на ІІ, де в нас архів, він повністю не посложений, звалищий. То ми прийняли рішення, що ми чекаємо тепла, і там треба не одна людина, і там холодно. Коли потепліє, ми посадимо. А? Ні, 5 чоловік чи 6 чоловік. Це не тільки їх перевезти, їх треба записати, зареєструвати, завести книгу і привести в порядок. Це звалище. На второму етажі архів строїться, а на п'ятому етажі архів дирекції. Там не звалище. Там все. Ну, в будь-якому випадку його треба переписати, зареєструвати. І поміщення. Там є і картотека, там все є. Ну, є звалище на другому поверсі. Я дивився. На другому вже строїться. І нема цього. Ну, щоб привести в порядок, дійсно, все треба перевести в якийсь окремий приміщення. Так, да, готується приміщення. Приміщення готовиться в ті блоки. Приміщення готовиться, ну, наступить тепло, і ми все зробимо. Так, слідуючий депутат. Халас, у мене такий вопрос. У нас є за горами 1 июля, да? Не так довго осталось. Когда вступает в силу действующее законодательство по созданию ОСББ, да, и в случае несоздания нам придется принимать решение о назначении управляющей компании в тех домах, где не создано ОСББ. На каком этапе у нас стоит работа вообще органами местного исполнения и исполкомов жителями города? Потому что огромное количество
порядка 80-90% людей в городе даже вообще не знают, что это необходимо делать, создание СББ. Потом, как снег на голову, мы скажем, вот вами будет управлять то. Не, ну а по сути, что значит будет? У нас и так нами управляет уже компания в течение 7 лет. То есть то, от чего уходит в Одессе, у нас уже давным-давно есть. В чем проблема? Не, или вы думаете, так, уже так в том-то и проблема, чтобы люди имели возможность сами себе выбрать управляющую компанию, своего управляющего. Каким образом люди могут выбрать себе управляющую? Только создав СМТ, правильно? Да. Только вы имеете в виду разъяснительную работу? Разъяснительную работу с людьми со стороны исполкома. Подготовить управляющих, собрать как... там, допустим, лидеров общественного мнения от каждого дома. Это депутат городского совета. Это каждый в свой это округ. Юридически, подождите, а юридически это работа исполкома. А как? Работа исполкома. Я знаю. Депутаты я прошу прощения. Это ответ, да? Дело в том, я прошу прощения, опять же, дело в том, что во многих городах введено что-то наподобие протестов. Понимаете, да? Для желающих, то есть туда приглашаются специалисты в определенное время. Есть очень много общественных организаций, которые получают гранты на это, они приезжают бесплатно, они будут проводить тренинги. Вот. И собираются потенциально те люди, вернее, которые хотят заниматься чем-то в своем городе. Создаются группы и так далее. Но это все проводится в городском совете и под эгидой городского совета, понимаете? Да. То есть нам нужно разработать либо программу, либо заложить каких-то денежек на вот эти поездки. Вот отвечаю. Извиняюсь, потому что... Сейчас я отвечу, Александр Анатольевич, и Вадим Алексеевич. Значит, сегодня у нас был представитель Одесской областной администрации, бывший житель депутата. На мою просьбу, він відшукає гранди, які до нас приїдуть за безплатно і розкажуть, як це робити, і як організовуватись, і може ще й матеріальну допомогу. І не тільки в цьому вопрос. Ви ж розумієте, що при створенні СМД, да, ми повинні цьому ОСМД дати паспорт дома, как минимум. Определить придомовую территорию, это и есть паспорт дома. А это все занимает время. Придомовая территория, это просто. Она входит в паспорт дома. Нет, нет, закрепляется. Сейчас еще я начинаю. Потом? Само все треба самоорганизоваться. Мы будем обучать. У нас есть категория населения, да, вот возьмите шестую. В основном приходчики и черкесы. Им не интересно. Им надо вести разъяснительную работу, да, со стороны властей. Но кроме того, что мы будем проводить? Да. Да. Шановні депутати, 22 січня 2015 року депутат започаткований. Що? Опять зарибу гроші, кажу. Започаткований рушник є зафіонний нам. Для чого цей рушник є пустий започаткований? Для того, щоб всі національності нашого міста об'єдналися. Коли був, коли був започаткований цей рушник, велику участь в цьому фінансовому порядку взяв Михайло Васильович і люди, які сьогодні над ним працюють. На сьогоднішній день ми просимо депутатів і місії, щоб кожну п'ятницю в цьому залі вишивається рушник 4 вечора. Хто хоче, приходьте, будь ласка, вишивати, вилучіть свою руку. Можна привезти дітей, можна приходити чоловіка. Нас вишивався Ігор Вікторович, Михайло Васильович. Так що вишивати можуть всі. Ну і ще така маленька просьба фінансову допомогу, тому що в нас вже закінчуються нитки і закінчуються. Там стоїть коробочка на столі. Поможе, може внести собі.
депутати хочуть вести. Дамо можливість? Інформацію. Ну, зараз директор ліцею виступить на перше підняли. Доброго дня, шановні депутати. Хочу звернутися з таким до вас зверненням. По-перше, надати подяку тим депутатам і фізичним особам, які не залишилися байдужими до проблеми наших дітей, нашого навчального закладу, які не піарились на нашу проблему, а спокійно допомагали, цікавилися, приїжджали, робили все, щоб діти не залишилися, і ми родина один з нашою проблемою. Євгеній Дмитрович, слава, спасіба. Але ви знаєте, Інтер вчора робив репортаж, що продуктів залишилося тільки до цього тижня. Рішення стосовно фінансування про заклади ПТУ в Україні, в Одещині ми такі 5 закладів. Не прийнято. Є тільки декілька варіантів, я хочу довести вас. Перший варіант, що Верховна Рада прийняла закон з зміною повернення на нас на обласний державний бюджет, але ви знаєте, що Міністерство фінансів внесло пропозицію до президента нанести право вето. Тому на це ми можемо не сподіватися, і остаточно у нас буде 23-го відповідь. Другий варіант, що Одещина, Одеська область зможе профінансувати завдяки субвенції перший квартал, але лише в тому випадку, що це піде на місцевий бюджет, і вам, шановні депутати, буде поставлене питання, щоб прийняти на комунальну власність, інакше ми не отримаємо грошей. Або варіант такий, що будуть об'єднані з іншими навчальними закладами. Ми зустрічалися з директорами, ми зустрічалися з представниками обладміністрації декілька днів на тому, два дні на тому сьогодні, які нам обіцяли допомогти. Але, на жаль, жодної інформації немає. Також ми були на хабарі, де були представники навчальних закладів, і була така помовка, що, наприклад, в місті Одесі з 13 училищ залишиться тільки 4. Білгород-Дністровський з 3 залишиться 1 об'єднаний. Ілічівський уже керівництву і колективу поставлено, що закривається навчальний заклад, тобто там буде офіційне закриття. Я вас прошу, подумайте, тому що місто наше, воно таке в центрі Біляївського району, да? Жодного навчального закладу вищого рівня, у нас другий акредитаційний рівень, немає. І більшість дітей у нас тільки можуть отримувати освіту. І не тільки з Одещини, а до нас приїжджають і з інших регіонів. І тому, щоб не було такої позиції, наші діти там не навчаються, тому навіщо цей наш навчальний заклад? Вибачте, ми готуємо спеціалістів для півдня України. І наші спеціалісти, діти цінуються. І, на жаль, це недофінансування привело до того, що у нас група кухарів випустилася. І у хлопців і дівчат були зривані контракти. Тобто без диплому хто ж не візьме. Я вас прошу, якщо тільки проявиться ситуація, Світлана Петровна вам говорить, деньги є, але потрібно ваше сильне рішення, пожалуйста, не останьтесь стороні. Поддержите наших учеников. Хорошо, мы поддержали. Дальше мы вас должны опять не поддерживать, дать следующие субвенции. И нет, нам треба правильно виробити. Вибачте, коли звертаються начальні заклади, це одне. А коли звертається колегія депутатів до Верховної Ради, то почують швидше. Скажите, пожалуйста, я приїжджав з народним депутатом. І це вже невірно. Ми направили пропозиції. Звісно, пропозиції для того, щоб змінити систему професійно-технічної освіти, вибрати соціальну сторону. Щоб тільки ми займалися професійно-технічною освітою, а не вирішення нічих питань. Депутати прийняли рішення, президент не підписав. Я маю в виду, у вас є якісь соприкосновення? Ви спілкуєтесь далі? Ви підтримуєте щось? Це просто на рівні розмови. Є пропозиція звернутися з нашого депутатського корпусу до президента. Так, так. Дякую. А чого до всіх депутатів?
неделе. Александр Анатольевич в теме. Вот по вашему вопросу. Хочу проинформировать. Служба занятости с прошлого года имеет возможность готовить управителей, менеджеров дома, группы домов за счет службы занятости. Введена эта специальность. Служба занятости оплачивает в размере стоимости обучения не выше 10 минимальных зарплат. На сегодня это составляет 13 780 гривен. Готовится этот специалист, которому должно быть не ниже 45, не старше 60, не пенсионер, не безработный. Пусть будет бизнесмен, занята особо, может получить дополнительно высшую освиту, у кого есть уже стартовая освита, в нашей Одесской Державной Строительной Академии. Все, спасибо. Прошу вас дать информацию через газету, через телевидение. Я Уважаемые депутаты, у нас, как все мы знаем, в стране сейчас политический кризис наступил. И я думаю, что это не на 3 месяца, как партия Петра Порошенко дала правительству 3 месяца. И она правительство должно уйти или там переизбрать кого-то, да, выбирать кого-то. Я думаю, что это надолго еще затянется. И денег у правительства нет. И неизвестно еще, будет эта тюрьма у нас строиться, не будет. Будут выделяться эти деньги, не будут. Никто этого не может сказать. Но зато идет у нас волна, которую подняли инициативные группы и ходят по ко всем жителям с такими вот воззваниями, задают вопрос, отвечают на вопрос, где и нас с вами хорошо зацепили. Я хочу почитать только этот вопрос. Комиссия по законности уже говорили с этим товарищем, с председателем инициативной группы, и я там была. И этот вопрос, это просто ужасно. Согласно закону Украины, выделяемые из бюджета средства на строительство не предусматривают вливание в местные бюджеты. Тотальная коррупция в Украине, нет гарантии, что все деньги пойдут на развитие теплодара, а не в карманы чиновникам и лояльным депутатам. То есть они имеют в виду нас, которые дали дозвол на работы по изыскательные исследовательские работы. Ну, вы, если вы чувствуете нормально, если собираетесь лезть, то будем в карман. Нормально, значит, все нормально. Но зачем такое? Конечно. А такие поводы, делитесь интернетом, и кто замаскировался, это имеется в интернете. Мы не смотрим интернет. Ну вот, пройдя с такими вот воззваниями, тут они на все вопросы отвечают, шушь пишут. Просто то, что невозможно, даже голову не берут. Скажите, пожалуйста, можно так? Скажите, пожалуйста, я только по одному вопросу у них такие, да? Только по постройке тюрьмы. Правильно? Да, только постройка тюрьмы, да? Ну все, о чем вы говорите? Дело в том, что... Начиналось со счетчика, что-то. Начиналось со счетчика, все нормально. Вышли пьяные. Тюрьмы уже нет. Дайте я скажу, как у меня была встреча. Давайте послушаем человека. Послушайте, пожалуйста, о чем я говорю. Вот точно так же на встрече. Начинаю отвечать на вопрос. Заскакивает Бабенко, Люда какая-то, еще кто-то. Хорошо, что не было там вас. Но я знаю, что вы вдохновитель и организатор. Я душа этого. Да, или да. Душа, да. Это точно. Класс вас народ. Там не было. Ну, напрасно, надо было... Дай ее в интернете, ничего и страшного. И начинает забивать. Невозможно ни одного слова сказать против. Класс. Ну, это все... ладно. Дело в том, что они обращаются ко мне, чтобы я... На сегодняшней сессии також просимо вас поставити на наступній сесії Теплодарської міської ради питання щодо анулювання підписаних документів між управлінням ДПСУ в Одеській області і Теплодарської міської ради.
Тоже этот вопрос рассматривался в комиссии по законности. Я думаю, что если подписали этот дозвол группа депутатов, большинство наших депутатов, то я никакого права не имею что-то аннулювати. Рішення прийнято, все вже дозволили анулювати. Як я можу це анулювати? Ну це глупості просто. У нас смотрите, ви на даний момент. Ви на даний момент сказали, що потребитель вот этого письма, ви ошибаєтесь. Чесне слово. І ви це не ви. Повірте мені, ви ошибаєтесь. Ну ладно. Нас ніяких договорів з спеціальною службою немає. Ніяких договорів не заключалося. Дальше. Кроме этого, я хотела сказать, что они прошлись по квартирам. Конечно, когда приходит человек, тебе показывают все вот это вот, люди подписывают против, но были не все против. У нас 85 квартир подписали против строительства, 43 квартиры не подписали, то есть есть за и воздержавшиеся. Я, как депутат, я никому не даю перевагу. Тем более те, которые стояли и кричали на меня, они меня не избирали. Начнем с того. Они за меня не голосовали. Но я, как депутат, должна... А почему не кричали те, кто за вас голосовал? Подождите. Вот рядом не стояли они с вами, умные, не кричали. Они даже не вышли. Вышли только 29 человек, которые... Поддержали бы вас вышли. Так послушайте, вышли только 29. Есть спор какой-то? У нас какие-то договора подписаны. 29 человек. Был прецедент. Михаил Васильевич, был прецедент. Люди конкретно выступили против. Так. Понимаете? Вот надо было к ним прислушаться. Изначально просили что? Референдум. Опрос. Да. Любой так опрос. Вот я вы еще дали вывод. Утверждали, вам было на утверждение дано. Наше соотношение. Первое, еще раз повторяю для вас. Товарищ если Сахар, будет, как ваше отчество? Я знаю, если будет положительный. Вадим Васильевич. Вадим Васильевич. Ассоциация, можно меня с мэром сосредоточить? Да, хорошо, вы заботите. Я просто хотела добавить, они мне никогда не дают конца договориться. Неграмотность наших людей, это что? Вы депутат. У нас на сессии были приняты отношения к пенсионной службе, где были сколько-то подпунктов. Первый, если они смотрят, геодезию, есть возможность там постройки. Дальше мы заключаем меморандум. Нет, после еще, меморандума... Еще они должны посмотреть наличие это и есть, сети. Нет, сети, вода, канализация и все остальное. То, что я еще раз говорю, и я тогда повторял, и спрашивал у него, я не подниму руку, если я не буду уверен, что там у нас, что мы с этого получим, что нам сегодня? Сегодня надо нам выжить. У нас там есть 440 гектар. 35, если мы отдадим туда, нам надо, у нас остается 400 гектар на плод, 400 гектар земли. До этого она не была занята. Вот она сегодня свободная. Кто-то говорит, что кто-то не примет какую-то фирму, которая придет. Кто? Покажите мне, поднимите руки. Кто уверен в том, что завтра сюда кто-то придет? Как выживать дальше? Вот я и беру на себя. Когда депутату городского совета отменяют, послушайте меня, когда депутату городского совета отменяют то, что он не ходит и не агитирует за тюрьму, давайте заканчиваем. Я каждый депутат может исключать. Давай, Михайлович, надо эти дебаты сейчас, потому что она пала с головой четко. Грязні методи боротьби. Ще нічого немає, а вже об'явили ворами. Хто це зробив, уважаємо Вадим Васильович, або ще хто-то, я не знаю. Но ними розпространяється ця вся гадость. Хоче нічого. Відповідно, ховається якийсь чоловічок, називається промзона. Дає вже наперед всі рекомендації, що у них готов позов, шмозу і все проче. Я не знаю, хто там ховається, це, звісно, якщо б навіть, не знаю, СБУ, ШМСБУ, тому що так невозможно, так нельзя. Якщо существує якась компанія, яка працює конкретно проти міста, конкретно у них вже позова готові, знаходять от таких от товаришів, які вручають ці бумажки, і вони біють, не розуміють, що вони роблять. Якщо ви хоча б сказали, допустимо, ці товариші, як Вадим Васильович, ви знаєте що, ребята, ми 15 років, кстати, у партії регіону 15 років, то, що тут сидів Леонід Масійович,
Ничего. Стало еще хуже, чем было. Сказал бы, вы знаете что, сегодня на место тюрьмы приходит предприятие, я вот его завел, оно сейчас нам дает, так это, так это, так это. Ничего, одна деструкция. Одна деструкция. Не думает даже за то, как мы будем завтра жить. Сергей Дмитриевич. Больше ничего. Сергей Дмитриевич. А они обещают, что император выделит большое количество денег, и вот надо нам подождать, когда выделят, и мы, нам дадут прямо эти деньги. Давайте я отвечу уже на это. Мы депутатским корпусом было принято решение відносини з пенітенціарної служби. Де ми даємо дозвіл на геологію геодезії. Слідуючий підпункт. Меморандум. Якщо вони виконують цей меморандум, дають їх 250 мільйонів, дають робочі міста, дають то. Далі ми йдемо обговорювати з людьми, з тим меморандумом. Меморандуму нема, як ми можемо з людьми говорити? Михайло Васильович, зараз почали, що сказали геодезії. Наші люди говорять, да, да, ні. А слідуючі вже депутати приймають рішення. Давати чи не давати. Це нормальні відносини, нормальних людей, нормальних організаторів. А просто немає геро. У нас єдине, що є, в свій час партія регіонів, оці люди, які там продали наші склади, які стоять десятки мільйонів, за копійки. Хай вони ж і займуться реприватизацією, пожалуйста. Там скільки нарушень, що ой-ой-ой. І вместо тюрми зробимо реприватизацію, зробимо світ криворожденталь. І тоді буде за що жити. Я просто хочу закінчити. У мене на руках не було ні підписаного меморандуму. Никаких-то там уже узаконенных, как говорится, документов, с чем я должна идти. Так и никто не должен идти. Он мне сказал в упрек, и они мне все ставили, что я не пошла я по жителям агитировать за. За что? Я что, сплетница? У меня ничего нет на руках. Но вы проголосовали. Вы проголосовали за первый шаг. За что я должна идти? За геологические изыскания. А что мне сказать, Вадим Владимирович? Тебя слушать, что ли? Не надо что мне... завтра будет? Не надо мне... Что завтра будет здесь? Здесь завтра надо будет кинуть город, Вадим Васильевич. Так кончаем мы этот балаган. Все, хватит. Так вот, если надо решать этот вопрос, я буду говорить, даже если три человека... Там... Анечка улыбается. Шесть человек. Вы видите, что вы делаете? Вы хоть думаете головой своей на будущее? Они вы не думаете ничем. Что ж на сессии? Ты куда с ним Москвой рады? Все, Москвой. Я скажу. Вы не думаете? Уважаю, закрытыми. Если привезли вас в регионов, привезли депутата областного совета, вот там, на ваших ступеньках интервью. Уважайте, Сергей Не было. И мама, не было. Не было.
куда я должна ходить? Давай, вы думаете, как отказался? Только теперь ищите, теперь ищите проблему, вот еще проблему, какую проблему, альтернативу, знаете, что сюда вот и все. Все, так, да.